6 декабря 1993 года авторитетная британская газета Independent выпустила материал, заголовок которого гласил: «Воин, воевавший против Советского Союза, направляет свою армию на дорогу к миру». В статье было интервью человека, который оставил роскошную жизнь миллионера в Саудовской Аравии и добровольцем отправился в Афганистан сражаться против советской армии в рядах тех, кого в 80-х годах принимал в своем овальном кабинете президент США Рональд Рейган. Тех, кого западный свободный мир называл борцами за свободу и всячески поддерживал. За 4 года до этого интервью советская армия покинула Афганистан, и свободный мир приветствовал это. За год до интервью пало коммунистическое правительство Афганистана. К власти пришли те люди, которых принимал у себя Рейган. И западный свободный мир приветствовал и это. Человек, у которого брали интервью британские журналисты, внес во все это огромный вклад. А теперь, согласно статье, направлял свою энергию и весь свой авторитет в мирное русло, занимаясь строительством и инвестированием в экономику Судана, помогая обычным жителям этой нищей африканской страны. С точки зрения западной журналистики, человек этот со всех сторон был просто красавчик. Звали этого борца за свободу и филантропа Осама бен Ладен. Тогда его имя впервые всплыло в официальной западной печати. Но тогда, в 1993-м, для широкой общественности свободного мира, этот материал, как и имя бен Ладена, быстро забылись. Ровно через 8 лет в холодных безлюдных горах, во мраке зимней афганской ночи, американские солдаты будут проводить одну из самых сложных и кровавых своих операций за все время их последующего присутствия в Афганистане, целью которой было найти и убить этого антисоветского воителя и филантропа, имя которого к 2002 году знало уже все население планеты Земля, а его репутация в средствах массовой информации свободного западного мира серьезно изменилась. И чтобы предметно подойти к причинам и предпосылкам того, что привело армию США в далекие горы Гиндукуша, необходимо более пристально остановиться на биографии этого человека, которая является не столько историей жизни индивида, сколько слепком целой эпохи и исторического сдвига, произошедшего в 20 веке и в силу ряда причин, оставленного без должного внимания ведущими странами мира. Но для этого нужно отмотать немного назад, хотя бы в 1908 год, на южное побережье Йемена, область под названием Хадрамаут. Красивые южные места, если посмотреть нынешние съемки, не хуже туристической Турции. Но вот туристы, на все включено, в Йемен не летают. Это земля нищеты и постоянной войны. И в 1908 году в Йемене, как и сегодня, жить было тяжело, опасно и бедно. Именно здесь и родился в нищей рыбацкой семье мальчик Мохаммед бен Ладен. В начале 30-х годов Мохаммед навсегда покинул свой родной дом. И, как и тысячи его соплеменников, уехал на заработки за лучшей жизнью в соседнюю Саудовскую Аравию. Поначалу он трудился портовым чернорабочим, затем открыл свое строительное дело и занимался небольшими подрядами. Но во второй половине 30-х в Саудовской Аравии нашли нефть. Очень много нефти. На страну тут же, как коршуны, накинулись инвесторы от главных в ту пору империалистов. Ведущими партнерами Саудовской Аравии уже тогда стали США. Еще в 1932 году между США и Саудовской Аравией было достигнуто соглашение о передаче концессии на геологоразведку и разработку месторождений компании Standard Oil of California, которая сейчас известна миру как Chevron. Через несколько лет в страну вошла и компания ExxonMobil. Надо понимать, что мало просто найти нефть в бедной и отсталой стране. Нужно наладить нефтедобычу, разведку, построить буровые, нефтепроводы, нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивные терминалы в портах, чтобы можно было эту нефть экспортировать в другие страны. А на это все у нищей Саудовской Аравии в начале 30-х денег не было. Вот поэтому сюда сразу и ринулись деловые люди из Америки с чемоданами баксов договариваться. «Мы вас проинвестируем, вложимся в вас. Создадим дорогостоящую инфраструктуру нефтяной экономики, и вы потом будете зарабатывать деньги.
Но, конечно же, мы теперь будем в будущем иметь со всего этого долю. Американские нефтяные гиганты стояли у истоков создания современной экономики Саудовской Аравии. Была создана саудовская государственная нефтяная компания-монополист Saudi Aramco. Вот только держателями 49% акций компании являлись американские нефтяные гиганты. Они снимали стружку с саудовских нефтяных доходов вплоть до 1980 года, когда саудовское правительство также занимало и деньги, выкупило наконец их долю. Первый король страны Абдул-Азиз вел очень замкнутую политику, за все время правления выехав из страны всего 3 раза. Одно из этих исключений было сделано ради встречи с президентом США Франклином Рузвельтом. Куда приходит крупный бизнес, туда для защиты интересов этого бизнеса затем приходит армия. И по договоренности с Рузвельтом с 1944 года в Дохране была размещена база ВВС США. Однако тогда, в 30-е годы, американские деньги и первые нефтяные доходы вызвали в Саудовской Аравии настоящий строительный бум и подъем экономики. Именно это стало счастливым билетом для йеменского иммигранта, работяги Мохаммеда бен Ладена. На него навалились куча подрядов, и дело постоянно разрасталось. От частных заказов на строительство жилья он стал получать господряды на строительство общественной инфраструктуры. Однажды его конторе поручили ремонт королевской резиденции в городе Джидда. Король был так впечатлен результатом, что поручил бен Ладену без конкурса реставрацию всех остальных резиденций саудовской королевской семьи. А королевская семья – это огромный и сложный клан из сотен представителей династии. Таким образом, Мохаммед бен Ладен смог обзавестись знакомствами со многими членами правящей семьи. Особенно доверительные отношения у него сложились с одним из многочисленных принцев – Фейсалом. Когда было нужно, он подкидывал деньжат принцу Фейсалу, естественно, не требуя денег назад. Принц тратил деньги, бен Ладен все расходы покрывал. Эта инвестиция окупилась в 1964 году. Когда принц Фейсал совершил бескровный дворцовый переворот, заставив короля Сауда II отречься от престола, и стал новым королем Саудовской Аравии. Он не забыл друга, и бен Ладен тут же стал министром общественных работ. А его строительная империя королевским указом теперь получала вообще все значимые господряды вне всяких конкурсов. Удобно быть министром общественных работ в стране, где все общественные работы выполняет компания этого самого министра. В общем, с этого момента жизнь бывшего йеменского чернорабочего удалась. И даже не пришлось ни с кем ходить в молодости на одну секцию дзюдо. Чем не история успеха? Построив финансовую империю, капитал которой сегодня превышает 5 миллиардов долларов, Мухаммед смог позволить себе большую семью. У него было 11 жен, которые родили ему 27 дочерей и 25 сыновей. 28 июля 1957 года 10-я жена родила ему сына, которого назвали Усама. Мать Усамы была из Сирии и, в отличие от остальных жен Мухаммеда, не носила паранджи, предпочитая европейские платья. Была далека от ваххабизма и придерживалась более прогрессивных современных взглядов. Надо сказать, что Мухаммед был глубоко верующий человек, который, впрочем, никогда не отличался радикализмом и обеспечил всех своих детей тем, чего был лишен в детстве сам. Хорошего не только духовного, но и светского образования. Усама ходил в самую престижную школу, учась вместе с отпрысками королевской семьи. До 17 лет Усама постоянно ездил с матерью на ее родину в Сирию. Проводил много времени в Бейруте. Бейрут в 60-е и 70-е годы – это было что-то вроде туристической Ибицы. И юный Усама частенько зависал в ночных бейрутских клубах. Это не мешало ему хорошо учиться и иметь пытливый ум. Но исламистский радикализм был чужд Усаме первые 17 лет его жизни, и привит он был не родителями. Судьбоносным для него стало поступление в университет короля Абдул-Азиза в Джидде. Усаму, как всех представителей его семьи, отправили учиться на факультет экономики и управления бизнеса, ведь ему предстояло вместе с многочисленными братьями управлять сложной бизнес-империей, унаследованной от отца. Мохаммед бен Ладен к тому времени уже погиб в авиакатастрофе. Это стало ударом для Усамы, который на момент смерти отца был еще совсем подростком. Однако высшее образование в Саудовской Аравии обязательно содержит и курс лекций по теологии и исламу.
И на этих лекциях Усама познакомился с Мохаммедом Кутубом и его учением. И это изменило все. Мохаммед Кутуб известен прежде всего благодаря своему брату Сейеду Кутубу. У всего нынешнего исламского радикализма, международного терроризма, фундаментализма есть идеологический отец, создавший доктрину всего этого. Этим человеком и являлся Сейед Кутуб. Кутуб родился в Египте в 1906 году и рос во времена, когда Египет являлся сперва британским протекторатом, а затем формально независимым королевством, но под полным контролем британцев и оккупированным британскими войсками. Кутуб получил образование в Каирском университете Дар-аль-Улум, старейшем в Египте университете светского образования европейского типа, и работал чиновником в Министерстве просвещения. Параллельно он занимался литераторством и философией. Кутуб был ярким представителем египетской интеллигенции, поддерживавшей национально-освободительное движение от британского колониализма. В 1952 году в Египте был свергнут пробританский король. Монархия была упразднена и власть захватила националистическое движение «Свободные офицеры» во главе с полковником Гамалем Насером, который вскоре стал президентом Египта. С Британией было достигнуто соглашение о полном выводе британских войск из Египта. Насер национализировал все британские активы, быстро избавившись от наследия колониализма. Первые годы правления Насера приветствовали все, кто ждал долгожданного обретения полной независимости. Но вскоре Египет Насера вместо Британии попал под влияние борющихся между собой США и Советским Союзом, сблизившись с последним. В самом Египте был установлен авторитарный единоличный режим полковника Насера, репрессии которого против оппозиции превосходили по размаху репрессии британской администрации. В Египте, несмотря на популистские меры, оставались нерешенными проблемы обеспечения всеобщим образованием, доступным жильем и медициной. Большая часть населения оставалась в состоянии нищеты и неграмотности. Все это заставило Кутуба переосмыслить свои политические взгляды. Так как, по его мнению, одна форма гнета египетского народа лишь сменилась другой, то нужно искать выход в ином общественном устройстве. Национальное государство со светским режимом не поможет народу, так как его правители становятся вассалами новых мировых держав – США и СССР. Обе страны, по мнению Кутуба, несли только вред мусульманам, так как несли новую форму империализма – культурного. Культура новых сверхдержав несла феминизм, равноправие, светский характер государства, развращенную культуру, которая нарушала исламский мир и его ценности, тем самым порабощая его через свои продажные арабские режимы, которые это специально насаждали. Учение Кутуба было пронизано теориями заговоров, прежде всего, конечно, заговором сионских мудрецов. Кутуб первым оформил целую доктрину, то, что назревало в мусульманском мире сразу после крушения колониальной системы. Огромное число арабо-мусульманских стран обрели независимость. Однако практически сразу же избавившись от гнета, в этих странах либо были установлены диктаторские светские режимы, очень часто в виде военных, пришедших к власти в результате переворотов, как в Египте, Сирии, Ливии или Ираке, либо светские монархические династии, тесно завязанные с западными странами, как в Иране, Иордании и Саудовской Аравии. Все эти страны сразу попали под влияние начавшейся холодной войны и встали в зависимость либо от США, либо от СССР. И во всех этих странах оставались нерешенными социально-экономические проблемы. Практически везде население пребывало в необразованном нищем состоянии. А это отличная среда для роста нового радикального учения, для познания которого умение читать, писать и мыслить критически не требуется. Достаточно в мечети послушать муллу, который объяснит, что все проблемы в том, что местное правительство стало безбожным, отвергло традиционные устои и помогают ему в этом иностранные безбожные державы. Надо их свергнуть, и тогда все станет хорошо. Так и родился исламский фундаментализм. Чтобы сейчас понимать, почему десятилетиями эта проблема не решается, и в 21 веке стала еще более широкой, чем в веке 20, надо понимать контекст создания этой идеологии и его почву. Это всегда страны с большим процентом нищего и необразованного населения. Это всегда страны, где местный режим авторитарный и преследует инакомыслие. И это всегда страны,
национальное сознание которых больно задето наличием явной политической, экономической зависимости своих стран от иностранных держав, либо прямой оккупации или наличием иностранных военных баз на своей территории. Эти факторы и дали импульс пробуждению новой силы в 60-е годы 20 века. И пока во многих мусульманских странах они не исчезли, то и фундаментализм никуда не исчезнет. В 1964 году Сейед Кутуб пишет свою знаменитую работу «Вехи на пути». Если у коммунистов есть Маркс и его «Капитал», у либералов Адам Смит с его «Богатством народов», у исламистов появились «Вехи на пути». В своей книге «Мировой порядок» Генри Киссинджер написал: «Вехи на пути – своего рода объявление войны против существующего порядка. Эта работа признана сегодня основополагающим текстом современного исламизма». Вот только это осмысление было сделано Киссинджером уже во времена войны с террором. Тогда же, в 60-е годы, зарождение новой идеологии не было замечено ни СССР, ни США. Все были заняты своим противостоянием. И Кутуб казался локальной проблемой политического экстремизма, ограниченной лишь границами Египта. Нассер быстро расправился с новым оппозиционным движением. В 1965 году движение Кутуба было разгромлено, сам он арестован и в 1966 казнен. Однако его работы уже были написаны. Сотни его последователей бежали в другие страны и проповедовали его учения. Одним из таких людей был брат Саеда Мохаммед Кутуб. Он бежал в Саудовскую Аравию и стал преподавать в университете в Джидде, куда и поступил в 1976 году молодой Усама бен Ладен. Мохаммед Кутуб, как и его брат, получил блестящее образование. Он изучал в Каирском университете английскую литературу, знал английский язык и имел степень по психологии. Он без труда создал в университете большую группу своих единомышленников, как среди преподавателей, так и среди студентов. Очарованный лекциями Кутуба, Усама вдруг понял, что его тусовки в ночных клубах Бейрута как раз и были примером культурного империализма. Пока он и его сверстники развращались, их родные страны все больше подпадали под пяту западного империализма, стирающего их традиционную идентичность. Ранняя потеря отца заставляла искать авторитетов, и ими стали его новые радикальные духовные преподаватели. Постепенно Усама утратил интерес к другим предметам и посещал только лекции по исламу и погрузился в чтение трудов Кутуба и его последователей. В университете Джидды Усама сблизился еще с одним преподавателем – шейхом Абдуллой Азамом. Азам был одним из последователей Кутуба, однако отличался большим радикализмом. Азам выдвинул концепцию несовместимости исламской и неисламской цивилизации, призывал к исламской революции во всех мусульманских странах, установление в них единого исламского государства и полное отмежевание от остального мира со всеми его развращениями, начиная от телевидения и спорта и заканчивая разделением властей и гражданскими правами. Азам призывал к действию, взять в руки оружие. У молодых людей с юношеским максимализмом такие речи находили горячий отклик. И Азам стал одним из самых популярных лидеров исламистов. 1979 год стал рубежным для исламского фундаментализма. В начале того года в Иране произошла исламская революция. Один из типичных мусульманских светских режимов, монархический режим Шаха Пехлеви, который тесно был завязан на отношения США и Израилем, и проводил политику вестернизации Ирана, был свергнут. А к власти пришли теократы, шииты, фундаменталисты. Иран стал первой страной в постколониальном мире, где к власти пришли исламисты и смогли эту власть удержать. Ни Израиль, ни США не решились на военную интервенцию в Иран и, по сути, приняли новый режим как политическую реальность. Это очень вдохновило исламистов по всему миру. В том же году, в ноябре 79-го, произошло еще одно потрясшее исламский мир событие – попытка исламистского мятежа в родной для бен Ладена Саудовской Аравии. Вдохновленные иранской революцией, местные исламисты решили захватить короля Саудовской Аравии Халида во время его посещения мечети Аль-Харам в Мекке, вынудить его отречься от престола и установить в стране режим исламского государства. Мечеть Аль-Харам является самой большой и узнаваемой мечетью в мире – местом паломничества, в котором хранится главная святыня ислама – Кааба.
Для захвата такого огромного и охраняемого комплекса было привлечено около 500 террористов. Однако в день теракта короля в мечети не оказалось. Он пропустил молитву, так как находился в тот день в больнице. Поэтому исламисты захватили в заложники более 6000 паломников и устроили из захваченной мечети настоящую крепость. Это стало крупнейшим захватом заложников в истории человечества. Осада мечети продолжалась 2 недели, выдержав несколько штурмов с использованием бронетехники, пока в итоге мечеть не была освобождена, а все террористы убиты или захвачены. Всего в результате теракта погибли 255 человек. Вскоре после этого саудитам стало ясно, что приютив у себя исламистских лидеров, они взрастили мощного противника собственному режиму. В стране начались аресты и преследования исламистов, и хотя прямая связь между Абдуллой Азамом и террористами, захватившими мечеть, установлена не была, Азам от греха подальше решил покинуть Саудовскую Аравию. Ему очень повезло, так как в это самое время произошло третье судьбоносное для исламистов событие за год. В Афганистан вошли советские войска. Шейх Азам тут же примчал в Пакистан, который, как он знал, активно поддерживал местных афганских исламистов в войне против просоветского правительства и предложил пакистанцам сотрудничество. «У меня тысячи молодых последователей, готовых взять в руки оружие, если я призову их к джихаду, и сотни единомышленников в университетах и мечетях во всех арабских странах, готовых вести агитацию и вербовку. Дайте мне денег, организуйте лагеря подготовки, и я обеспечу вашу войну в Афганистане тысячами фанатичных бойцов». Пакистаном в те годы правил типичный для постколониальной мусульманской страны диктатор военный Зия-уль-Хак, являющийся тесным партнером США. Однако пакистанцы одни из первых увидели потенциал исламизма и с самого начала попытались взять его под контроль. В стране исламизм стал государственной идеологией, наряду с шариатским судопроизводством и созданием управляемых ультраправых исламистских легальных партий. Пакистанцы успешно взращивали и использовали радикальные исламистские организации, направляя их против своих противников в Афганистане и Индии, и умело на том историческом этапе, отводя исламистскую угрозу от собственного режима. Поэтому идея Азама была принята пакистанской межведомственной разведкой на ура. В пакистанском Пешаваре на деньги пакистанской разведки Азам создал организацию Бейт-уль-Унсар, что в переводе с арабского значит «дом поддерживающих». Главной ее целью была вербовка арабских добровольцев для войны в Афганистане, их подготовка, обеспечение и переправка в Афганистан. Масштабы превзошли все ожидания. Благодаря идеологической кампании Азама добровольцы измерялись десятками тысяч. Азам представил афганскую гражданскую войну, где одну силу открыто поддерживал Советский Союз, а другую тайно Пакистан, не как очередное поле битвы холодной войны, а как попытку безбожного коммунистического Советского Союза поработить и истребить мусульман Афганистана. Участие в поддержке маджахедов США, которых совсем недавно сам Азам нещадно объявлял такими же врагами ислама, как и коммунистов, на этот раз он скромно опускал. Более того, после прихода в 1980 году к власти президента Рональда Рейгана, поддержка маджахедов и исламистов резко нарастилась. В 1981 году было достигнуто трехстороннее соглашение между США, Пакистаном и Саудовской Аравией о координации усилий по поддержке исламской оппозиции Афганистана. Абдулла Азам устроил вербовочное турне по всему миру, посетив в том числе США, где выступил с проповедью перед Бруклинской мусульманской общиной. Там же, в Бруклине, был открыт филиал его организации под названием «Центр беженцев Аль-Кифах», где можно было задонатить афганским исламистам или записаться добровольцем на афганскую войну. Именно Абдулла Азам превратил афганскую войну из гражданской локальной войны в центр исламистского международного движения. Именно здесь исламский фундаментализм, который до этого витал в умах богословов и радикальных теологов в стенах мечети и университетов, приобрел реальную силу и боевой опыт. И ответственность за это лежит как на советском руководстве, которое после успешной молниеносной операции по установлению в Афганистане просоветского режима увязло, вопреки первоначальным планам, в длительной гражданской войне и дало прекрасный повод исламистам наводнить эту страну и стать здесь реальной силой.
В равной степени эта ответственность лежит и на США, которые открыто и широко поддерживали разрастание и развитие исламистского движения, лишь бы использовать его здесь и сейчас против СССР. Обе страны в тумане холодной войны не разглядели, что их недальновидные шаги создали силу, которая вскоре будет оказывать влияние на мировую политику. За годы афганской войны через эту страну прошло около 100 тысяч добровольцев, став существенной частью афганской исламской оппозиции. Около половины от этого числа пришли в Афганистан через структуры Абдуллы Азама, который стал главным вербовщиком арабов для войны. Разумеется, среди тысяч откликнувшихся на призыв шейха Азама был Усама бен Ладен. Прибыв в пакистанский Пешавар, Усама первым делом занялся благотворительностью. Благо, в отличие от Азама, ему не надо было идти на поклон к пакистанцам и просить деньги. Его доля от наследства отца оценивалась в 300 миллионов долларов. И Усама мог позволить себе открыть в Пакистане несколько центров помощи афганским беженцам и вербовки добровольцев. Вскоре именно на бен Ладена, а не на Азама, стала делать ставку саудовская разведка. Так как, в отличие от Азама, 22-летний бен Ладен, будучи представителем могущественного и лояльного королевской семье клана, казался больше управляемым, чем радикальный Азам. К тому же Азам не был подданным Саудовской Аравии, он был этническим палестинцем. Поэтому вскоре Усама получил поддержку спецслужб. В 1986 году Усама создал лагерь боевой подготовки непосредственно на территории Афганистана – Масаида Аль-Ансар в провинции Нангархар. Вскоре структуры бен Ладена по количеству завербованных и обороту собранных пожертвований стали на твердое второе место после организации Азама. Через лагеря бен Ладена прошли от 20 до 35 тысяч бойцов. Через них прошло очень много всякой сволочи, и с многими Усама установил личные теплые отношения. Кстати, именно в лагере Масаида Аль-Ансар в 1987 году прошел обучение молодой араб Самир ибн Салих ас-Сувайлим, который взял себе боевой псевдоним Хаттаб. Именно под этим именем он и станет известен в 90-е годы всей России. И именно там, в афганском лагере бен Ладена, Хаттаб получит диверсионную подготовку, которая сделает его одним из главных и самых кровавых врагов российской армии в чеченских войнах. Через лагеря бен Ладена прошло очень много египетских добровольцев. Это легко объяснимо, так как в Египте, на родине исламистского идеолога Сейеда Кутуба, было наиболее массовое и развитое исламистское движение. Казнь Кутуба не погасила, а только увеличила число сочувствующих исламистам. В конце 70-х в Египте была создана организация «Египетский исламский джихад», которая поставила своей целью свержение правительства и захват власти. Движение оказалось очень популярным, и по мере сближения нового президента Египта Анвара Садата с США и Израилем, что для многих египтян, даже неупоротых религиозных фанатиков, расценивалось как предательство, к египетскому исламскому джихаду присоединялись молодые офицеры. Именно сторонники исламистов среди военных смогли убить президента Египта Саддата во время парада 6 октября 1981 года. Однако взять власть не удалось, и попытка исламистского мятежа была жестоко подавлена новым президентом Хосни Мубараком, который бросил в тюрьмы более 3000 исламистов. Спасаясь от преследований властей, многие египетские исламисты массово отправились воевать в Афганистан. Одним из многочисленных посаженных в тюрьму был египетский доктор Айман Аль-Завахири. Выходец из богатой семьи, выпускник престижного медицинского факультета Каирского университета, Айман еще юношей был очарован идеями Сейеда Кутуба. Айман отказался от обеспеченного будущего и присоединился к исламистскому подполью. За участие в этом движении после смерти Саддата его осудили на 3 года. Выйдя из тюрьмы, он тут же покинул Египет и уехал в Афганистан, где попал в организацию бен Ладена. Два образованных молодых человека быстро нашли общий язык, и Айман стал близким соратником бен Ладена. Во второй половине 80-х Усама решил заняться не только организацией потока добровольцев из Пакистана, но и самому перейти границу и лично возглавить собственный отряд в боевых действиях. Из бойцов, проходивших обучение в его лагерях, он отобрал тех, кто согласился воевать под его началом. Но воевать оказалось непросто. Бои быстро показали, что полевой командир из Усамы никакой. Отряд терпел поражение и нес большие потери.
Сам Бен Ладен получил тяжелое ранение в одном из боев. После этого он понял, что его дело быть организатором, а не оперативным командиром. Вместе с тем, все окружающие отметили его личную храбрость. Усама обрел действительно очень большой авторитет, а главное, приобрел верных боевых товарищей. В дальнейшем все люди, занявшие ключевые посты в его организации, ранее прошли вместе с ним афганские бои. Среди исламистов их называли «Братство Бен Ладена». В последующем принадлежность к «Братству Бен Ладена» среди террористов значила очень много. С ростом авторитета Бен Ладена к нему, как главе системы тренировочных лагерей, все чаще обращались родственники прошедших через них и пропавших без вести боевиков. У арабских боевиков было не принято говорить свое настоящее имя и родную страну. Обычно все использовали боевые псевдонимы. И тогда Бен Ладен задумал создать организацию, которая будет вести учет, так сказать, личного состава. Прибывающий боевик оставлял свои документы и контакты в лагере, прежде чем отправиться в Афганистан. Так у Усамы оставалась база данных своих бойцов и велся учет. По-арабски «база» или «основа» звучит как «каэда». Именно так Усама и назвал свою организацию – «Аль-Каэда». Создал он ее в 1988 году. Конечно, помимо учета вновь прибывших, в организацию Бен Ладен объединил всю свою деятельность и по сбору денег, и по вербовке новых боевиков, и непосредственно руководство собственными отрядами в Афганистане. Шейх Азам увидел в новой организации опасного конкурента. Аль-Каида все больше перебивала на себя так нужные Азаму потоки денег от пакистанских и саудовских спецслужб. А все больше добровольцев, отправляющихся в Афганистан, мечтали попасть именно к легендарному Бен Ладену, а не в лагеря Азама. Тогда Азам открыто выступил против создания Аль-Каиды, выдвинув ей обвинение в том, что она создана с нарушением процедуры норм шариата. Однако ситуация разрешилась так, как обычно разрешаются споры за денег у уважаемых деловых людей. В ноябре 1989 года внедорожник Азама был подорван, когда он и двое его сыновей ехали в мечеть на молитву. Никто в машине не выжил. Усама тут же обвинил в убийстве заговор сионистов и проклятый Моссад. А сам торжественно поклялся продолжать дело своего духовного учителя, а заодно теперь и подмял под себя структуры Азама. Теперь все потоки денег и добровольцев, завязанные с Афганистаном, шли через одного человека – Усаму Бен Ладена. Убийство Азама, вероятно, стало первым терактом в истории Аль-Каиды. И направлен он был не против безбожных коммунистов или западных империалистов, а против своего коллеги по опасному бизнесу – мусульманина ради укрепления влияния и денег. Впрочем, долго наслаждаться своим новым единоличным положением Усаме не пришлось. Сразу после ухода советской армии американская поддержка афганской оппозиции была свернута. Более того, американцы оказали давление на Саудовскую Аравию, чтобы та также перестала поддерживать исламистов в Афганистане. И саудиты с этим согласились. Разочарованный Бен Ладен вернулся на родину. Здесь его встретили как национального героя. Пользуясь своим статусом и положением, он пытался переубедить главу саудовской разведки и продолжить поддержку исламистов в Афганистане. Но все было напрасно. Однако настоящий разрыв произошел в августе 1990-го, когда Саддам Хусейн захватил Кувейт. У Саудовской Аравии были очень плохие отношения с Ираком, и король опасался, что Саддам не остановится, и Саудовская Аравия станет следующей. В Эр-Рияде по этому поводу была реальная паника. Никто всерьез не рассматривал возможность того, что саудовская армия сможет противостоять иракской, которая тогда была одной из сильнейших в регионе. Бен Ладен тут же предложил королю Фахту свою помощь. Нужна была лишь санкция короля, и Бен Ладен быстро сможет собрать своих афганских арабов, а это несколько десятков тысяч проверенных и опытных бойцов. Он предлагал снова запустить идеологическую кампанию, только теперь объявить джихад Саддаму Хусейну, этому безбожному светскому диктатору, и против него выступят маджахеды со всего мира. Они не только защитят Саудовскую Аравию, они смогут свергнуть Саддама, и Ирак станет исконно исламским государством. К
Король Фахд прекрасно понимал, что такая сила не только сможет противостоять Ираку, но скорее всего сметет и саму королевскую династию. Так что король отказался давать Усами полномочия, побоявшись усиления власти исламистов и захвата власти Бен Ладеном с их помощью. Вместо этого он положился на старых надежных партнеров – США. Те, конечно, не собирались терять своего ключевого поставщика нефти и огромные инвестиции в саудовскую экономику. И в конце 1990 года в Саудовскую Аравию прибыли американские войска. Для Бен Ладена это было равносильно оккупации страны, а решение короля предательством. Бен Ладен выступил с резкой критикой этого решения короля. Особый укор он делал на тот факт, что на священную землю пророка ступила нога неверных, в том числе американских женщин-военнослужащих, что является осквернением святой аравийской земли. Надо сказать, что в арабском мире тогда военный союз США против Ирака вызвал большой раскол в обществе, и такая критика Бен Ладена находила широчайший отклик различных арабских националистов, даже не из числа радикальных исламистов. Историческому предательству короля Фахда нет оправдания. Ради сохранения своего прогнившего трона он с презрением отнесся к помощи моджахедов, героев афганского сопротивления, заключив богохульный союз с неверными, сборищем американских коллег, не способных передвигаться по пустыне без бутылок с минеральной водой. За такие слова простому саудовцу уже просто бы отрубили голову на площади арабской саблей. Там такое практикуется. Но Бен Ладен был не просто членом влиятельной и богатой семьи, но и довольно известным среди людей национальным героем. Его попытались уговорить перестать критиковать власть через его семью. Все было тщетно. Усама не только отказался молчать. Для себя он уже решил, что сделает все возможное для свержения и уничтожения режима саудитов. Его поместили под домашний арест. Усама понял, что ему необходимо бежать из страны для развертывания своей деятельности. Он легко бежал из-под домашнего ареста в 1991 году и направился в Судан. В отличие от Афганистана, где тогда все еще правило правительство Наджибулы, Судан на тот момент являлся самым подходящим местом для Бен Ладена. Ведь в 1989 году Судан стал второй в мире страной, где к власти пришла радикальная исламистская хунта. Судан был типичной африканской постколониальной страной с такой же тяжелой судьбой. Получив независимость от Британии в 1956 году, страну сразу захлестнули перевороты и гражданские войны. Диктаторы то пытались строить социализм, заручившись поддержкой СССР, то рыночную экономику, ориентируясь на западные страны. Ничего не получалось, а страна лежала в руинах и нищете. В этих условиях, как и во многих других мусульманских постколониальных странах, вызревал исламизм. И здесь тоже нашелся свой идеолог. Им стал шейх Хасан аль-Тураби. Как и все лидеры исламистов, он получил блестящее образование, окончив лондонские и парижские университеты. Он был главным сторонником политики исламизации Судана по принципу Пакистана, с введением соответствующей идеологии и законов шариата. В 1989 году в результате очередного переворота к власти пришел полковник Аль-Башар, при котором духовным лидером страны стал Аль-Тураки. Был введен шариат и такие виды казни, как распятие и побивание камнями. Пришедшие к власти исламисты не подумали, что на юге Судана проживали несколько миллионов христиан. Они, разумеется, восстали против политики насильственной исламизации, и фактически Южный Судан стал неподконтролен исламистам. Но Судан был очень бедной страной, а главным его богатством были нефтяные месторождения. Но нефть была как раз на юге, где жили христиане. Поэтому, чтобы захватить эту территорию, исламистская хунта развязала натуральный геноцид христианского населения Южного Судана. Всего за 20 лет войны было убито от 1,5 до 2 миллионов жителей Южного Судана. Все это вызвало реакцию международного сообщества, и против Судана ввели санкции. Покорить юг исламисты так и не смогли, оставшись без нефти. В общем, положение исламистов было не очень. Деньги заканчивались, а вместе с ними зашаталась и власть. И как раз в этот момент с трапа самолета на землю Судана сошел саудовский миллионер Усама бен Ладен. «Пацаны, я слышал, вам нужны деньги», – зашел сразу с козырей Усама. «Могу помочь. А мне и моей организации как раз нужно надежное убежище».
Бен Ладен быстро договорился с местными исламистами. Бен Ладен по-крупному вложился в суданскую экономику. Общий объем его инвестиций составил не менее 150 миллионов долларов. Бен Ладен профинансировал покупку Суданом в обход санкций оружия из Ирана, так необходимого исламистам, чтобы вести гражданскую войну и проводить чистки христианского населения. Но для публики афишировались общественные проекты Бен Ладена. Модернизация аэропорта Хартума, развитие сельскохозяйственных плантаций и строительство 800-километрового шоссе, соединяющего столицу страны с расположенным на берегу Красного моря городом Порт-Судан. Именно в ходе этого масштабного проекта Бен Ладена и посетили британские журналисты, которым он дал интервью и рассказал о том, как помогает суданскому народу. Однако в то же самое время он уже активно воссоздавал свою Аль-Каиду и планировал свою войну. Суданское правительство предоставило ему гражданство, огромные территории для строительства баз, поддержку своих спецслужб и гарантии полной безопасности и свободы действий. К началу 90-х большинство подопечных Бен Ладена по Афганистану вернулись в свои родные страны и развернули там подпольную исламистскую деятельность против своих светских режимов. Однако связи между ними разорвались, и каждая исламистская ячейка действовала только в рамках своей страны. Например, филиппинский исламист Каддафи Джанджалани, повоевав в Афганистане, вернулся на Филиппины, где создал террористическую организацию «Абу Саяф». А египетский соратник Бен Ладена, Айман Аль-Завахири, после Афганистана развернул со своим египетским исламским джихадом в 90-е годы настоящую террористическую войну в Египте. Такие же процессы происходили в Йемене, Алжире и Иордании. Везде бывшие афганские добровольцы создавали свои ячейки. Но филиппинские исламисты никак не контактировали с египетскими. Бен Ладен первым понял, что необходимо создать единую организацию и координировать усилия. И кто сможет объединить филиппинцев и египтян, алжирцев и йеменцев? Только непререкаемый авторитет, которого будут уважать все и который будет разрешать все разногласия и координировать и финансировать общее дело. Таким человеком был тот, под началом которого все эти люди когда-то воевали и проходили обучение. Таким человеком стал Усама Бен Ладен. Он стал первым, кто вывел исламский фундаментализм на новый уровень. Он первым не просто выдвинул концепцию, но и сделал практические шаги для построения единого исламского государства. Великого халифата от Марокко до Индонезии, которое можно достигнуть только выступив единым фронтом и сообща свергнув светские режимы в мусульманских странах. Поэтому из Судана он стал налаживать связи с остальными террористическими организациями. Судан очень удачно расположен географически. Сразу на противоположном побережье Красного моря находится Саудовская Аравия и Йемен, где у Бен Ладена было множество сторонников и связей. А на севере Судан граничит с Египтом, где доктор Айман Аль-Завахири в 90-е годы превратил свой египетский исламский джихад в самую эффективную на тот момент террористическую организацию в мире. В 1992 году ООН приняла решение о вводе миротворческого контингента в Сомали, где в это время из-за голода разразилась гуманитарная катастрофа, усугубленная гражданской войной различных группировок. Для Бен Ладена это было очередной колонизацией Запада мусульманской страны. Если миллионам сомалийцев суждено умереть от голода, то на то воля Аллаха, рассуждал Бен Ладен. Проклятый Запад и США не имеют права вмешиваться в дела исламского мира. Поэтому в декабре 1992 года Аль-Каида совместно с йеменскими исламистами совершила первый теракт, направленный против США. В йеменском Адане был взорван автомобиль возле гостиницы, где размещались американские солдаты перед переброской в Сомали. От взрыва погибли два случайных прохожих, но американцы не пострадали. За пару дней до этого их уже отправили в Сомали. А теракт остался незамеченным в мировых новостях. Параллельно Бен Ладен направил в Сомали своих боевиков и эмиссаров для участия в войне против сил ООН. Однако после известного боя в Могадишо деятельность миссии ООН была свернута, и в 1994 году США вывели свои войска из Сомали. Зато люди Бен Ладена остались и сумели вовлечь Сомали в орбиту своего влияния, заложив здесь основу своей исламистской организации – группировки Аш-Шабаб, которая в 2000-х захватила значительную часть страны и поныне остается серьезной силой в Сомали.
Серьезную помощь Аль-Каида оказывала и египетским исламистам Аймана Аль-Завахири, которые без преувеличения в 90-е годы были близки к тому, чтобы превратить Египет в то, во что ИГИЛ превратила Сирию и Ирак несколько позже. Режим Хосни Мубарака испытал серьезное давление. По всей стране убивали чиновников и полицейских. Исламисты Аль-Завахири ранили при покушениях премьер-министра и министра внутренних дел. А в 95 году, во время посещения Мубараком Эфиопии, в ее столице на кортеж президента Египта было совершено нападение. В головной Мерседес сбоку врезался микроавтобус, который мощным тараном отмел машину в сторону. Из микроавтобуса выбежали несколько боевиков и из автоматов изрешетили второй Мерседес, в котором, как предполагалось, находился Мубарак. Но там была его охрана, и пока она вела перестрелку, третий Мерседес, в котором он и находился, успел дать задний ход, развернуться и скрыться с места засады. Боевики, участвовавшие в покушении, прошли подготовку в лагере Бен Ладена в Судане и оттуда были направлены в Эфиопию. Всего в 90-е годы в Египте в результате террористической войны погибло более 1300 человек. Чтобы лишить режим Мубарака важнейшего источника дохода в виде туризма, боевики совершили несколько кровавых терактов против иностранных туристов. В 96-м году был расстрелян автобус, в котором погибли 17 греческих туристов. А в 97-м году в районе Луксора, прямо возле храма Хатшепсут в долине царей, была устроена бойня, в ходе которой погибли 78 человек, среди которых 69 иностранных туристов. Погрузившие Египет в огонь террора боевики находили убежище в соседнем Судане, получали деньги и все необходимое для подобных терактов у Аль-Каиды. Но главной целью Бен Ладена являлось свержение ненавистного режима в родной Саудовской Аравии. Но он понимал, что этой цели не достичь, пока режим королевской семьи опирается на прямую военную поддержку США. В Саудовской Аравии со времен операции «Буря в пустыне» остались американские базы. Нужно было прежде всего заставить американцев уйти и отказаться от поддержки саудовского режима. Несмотря на всю религиозную, мракобесную, фанатичную риторику, Бен Ладен, как и все лидеры исламистов, был абсолютно прагматичным человеком. У него не было утопичных мечтаний об уничтожении Америки и крушении западного мира, как считают некоторые. План был в том, чтобы захватить власть в Саудовской Аравии. А для этого нужно было просто заставить США отказаться от поддержки Саудовской Аравии. И террор был для этого вполне действенным методом, по мнению Бен Ладена. Ведь был пример, когда это дало результат. Исламисты Ирана, экспортируя свою исламскую революцию в Ливан, создали террористическую организацию Хезболла. В 80-е годы Южный Ливан находился под контролем Израиля, а в столице Бейруте были размещены миротворческие силы под руководством США. Чтобы захватить власть в Ливане, Хезболла начала кампанию террора против иностранного военного присутствия. Для этой цели она впервые в истории исламского террора применила революционную тактику – террористов-смертников. Таран военной базы грузовиком, нагруженным взрывчаткой под управлением смертника, стал эффективным методом. После взрыва американских казарм в Бейруте в 1983 году, когда погиб 241 американский военнослужащий, и аналогичного теракта, в котором погибли 58 французских десантников, миротворческие силы покинули Ливан. А после длительной кампании диверсии террора, позже покинул Ливан и Израиль. Хезболла, которая на данном этапе своей деятельности ничем не отличалась от Аль-Каиды, стала в Ливане ведущей политической силой, легализовалась и по сути захватила власть в стране. Поэтому Аль-Каида сосредоточилась на атаках против американских объектов в Саудовской Аравии. В 1995 году было взорвано управление программного обеспечения Национальной гвардии Саудовской Аравии, в котором работали американские программисты. Погибли 7 человек, в том числе 5 американцев. В 1996 году был взорван грузовик возле американской военной базы в саудовском Дохране. Погибли 19 американских солдат и 109 были ранены. В том же 96-м у суданских покровителей Бен Ладена начались проблемы. Стало публично известно, что боевики, принимавшие участие в покушении на Мубарака, скрываются в Судане. На страну наложили новый пакет санкций ООН и усилили давление. В
В то же самое время Саудовская Аравия предложила в обмен на выдачу или хотя бы изгнание Бен Ладена разморозить суданские кредиты и прекратить поддержку мятежников на юге. Для шейха Аль-Тураби изгнание Бен Ладена грозило большим репутационным риском в мире исламистов. К тому же за такое он мог последовать вслед за шейхом Азамом. Тураби официально отказался выдавать или изгонять Бен Ладена. Но Усама понимал, что создает своим суданским союзникам некомфортные условия. Поэтому, чтобы не подставлять их перед лицом мирового сообщества, он сам объявил, что покинет Судан. Разумеется, инфраструктура Аль-Каиды в Судане осталась. А самому Усаме снова повезло. Как раз в 96-м году ему снова было куда поддаться. Ведь в тот год Афганистан стал третьей страной в мире, где к власти пришли радикальные исламисты. Туда он и отправился. После вывода советских войск из Афганистана, США также утратили к нему интерес. Ситуация вернулась к состоянию до 1979 года, когда единственным и главным внешним игроком, воздействующим на Афганистан, снова стал Пакистан. Пакистан продолжил поддерживать широкую оппозиционную коалицию режима на Джабуле. Однако уже на этом этапе в этой коалиции наметился раскол, так как ее составляли слишком разные по целям и взглядам силы. В первую очередь это разделение приняло этнический характер. Наиболее многочисленным этносом Афганистана являются пуштуны. Соответственно, самой многочисленной группировкой была Исламская партия Афганистана, которой руководил пуштун Гульбедин Хекматияр. Именно на него делали ставку пакистанцы и активно поддерживали его группировку, чтобы она захватила власть в стране после свержения Наджибулы. Но Хекматияр, будучи ярым исламистом, не проявлял военных и политических талантов. В отличие от него, на этом поприще преуспели руководители двух других группировок, также выделенных этнически. Афганских узбеков возглавил бывший маршал Дустум, который ранее был высокопоставленным военным у Наджибулы, но переметнулся к оппозиции. А афганских таджиков возглавлял Ахмад Шах Масуд, у которого был огромный опыт ведения войны против афганского правительства. Масуд из всех лидеров оппозиции был наиболее адекватным, опытным, талантливым и крайне уважаемым. Он выступал резко против вмешательства Пакистана в дела Афганистана. Хекматияр в его глазах был пакистанской марионеткой и коллаборационистом, что в принципе было недалеко от правды. И так получилось, что совместно с войсками Дустума именно отряды Масуда весной 92 года довольно стремительно смогли захватить Кабул и свергнуть режим Наджибулы. Они образовали новое правительство, во главе которого стал соратник Масуда Парханудин Раббани, который также был этническим таджиком. Масуд стал министром обороны. Приход к власти этнических меньшинств не устроил пуштунов Хекматияра и стоявший за ним Пакистан. И в стране тут же разразилась новая гражданская война между Хекматияром и Масудом. Но поскольку Хекматияр был полной бестолочью, умевший только отмывать получаемые годами деньги пакистанцев, даже обладая численным превосходством, его наступление на Кабул провалилось. Из-за военных неудач многие пуштунские племена стали уходить из-под его контроля и создавали свои группировки. Многие из-за творившегося хаоса и безвластия просто организовывали банды. Страна фактически распалась. Для того, чтобы преодолеть 200 километров от пакистанской границы до Кандагара, необходимо было заплатить 20 разным вооруженным группировкам, которые на своих участках перетягивали шоссе цепями и требовали дань. И вот в этой войне всех против всех и зародилась новая сила, которая стала ответом на ситуацию в стране. В 1994 году в своем родном небольшом кишлаке Сангисар под Кандагаром проживал 35-летний ветеран войны против советской армии. Когда-то он сражался в рядах Исламской партии Афганистана и даже был ранен, потеряв глаз. Но теперь, подобно многим пуштунам, он разочаровался в Хекматияре, покинул его и возглавлял в своем родном кишлаке местное медресе – религиозное учебное заведение. Все началось, когда местная банда похитила двух девочек из кишлака Сангисар. Тогда этот человек, которого звали Мохаммед Амар,
возглавил отряд из 30 односельчан и освободил девочек, а бандитов перебил. Люди были благодарны Амару, и он стал кем-то вроде главы местной самообороны. Вскоре к авторитетному главе сангисарского ополчения потянулись за помощью и защитой жителей других кишлаков. Амар не брал ни с кого ни платы, ни просил дани. Он требовал лишь верности и подчинения, и обещал взамен навести порядок. Должность руководителя медресе создала Амару ореол святого правоверного Робин Гуда. За годы войны сотни тысяч афганцев бежали в соседний Пакистан, где жили очень тяжелой и нищей жизнью беженцев. В этих лагерях беженцев у них рождались дети. Они росли, не зная абсолютно ничего об окружающем их мире. Они не видели ничего, кроме войны и нищеты. Они не читали газет, не смотрели телевизор и не слушали радио. Они не знали грамотности. Они учились только в небольших медресе, получая духовное образование, то есть слушая радикальных мул. К 95 году на территории Пакистана было 1686 таких медресе, в которых учились более 200 тысяч молодых афганцев. Именно их ученики, услышав дошедшие до них полумифические слухи о Робин Гуде, возглавлявшем медресе, стали пополнять его отряд и придали его движению идеологическую платформу и осмысленность. Студентов медресе на языке пушту называют талибами, так их и прозвали, а их движение, во главе которого встал мулла Амар, талибаном. В конце 94-го 200 бойцов талибана захватили пограничный переход Спин-Балдак. Защищавшие его бойцы Хигматияра разбежались или перешли на сторону талибов. Взяв Спин-Балдак, талибан стал получать поток добровольцев с территории Пакистана, тех самых учеников медресе. Здесь же был захвачен крупнейший склад боеприпасов в Афганистане, который дал движению оружие, позволявшее вести войну несколько лет. Талибан шагал по югу Афганистана. Большинство пуштунов, уставших от коррумпированного Хикматияра и произвола в стране, переходили на его сторону. В это время Мавлан Фадул-Рахман, сподвижник премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта, видный исламист в пакистанской политике, склонил Бхутта поддержать новое движение, увидев в нем большой потенциал. Хикматияр, не способный взять власть в Афганистане, окончательно разочаровал пакистанцев. Нужно было вложиться в новую силу. Талибан был пуштунским, исламистским движением, большинство участников которого имели тесные связи с Пакистаном. Поэтому Бхутта дала санкцию, и Талибан получил мощную поддержку пакистанской разведки. Хикматияр был слит пакистанцами в унитаз истории и уже никогда не играл в политике Афганистана прежней роли. Быстро объединив вокруг себя пуштунов Афганистана, Талибан в 96 году отбил Кабулу Масуда, который со своими таджиками отошел в Панжерское ущелье. И хотя Масуду удалось сформировать новую коалицию против талибов, которая получила название «Северный альянс», талибан контролировал 3/4 территории страны. Впервые с того момента, когда в далеком 1975 году Пакистан стал поддерживать в Афганистане исламистов, чтобы привести их к власти, в 96 году это Пакистану наконец удалось. Пакистан стал первой страной, которая признала режим талибов. За ним последовали Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Больше никто этот режим не признал. Верховным органом власти стал Исламский религиозный совет, который возглавил мулла Амар. Были введены законы шариата. Все достижения западного прогнившего общества были запрещены. Запретили телевидение, радио, магнитофоны. Были запрещены фотографии, музыка и даже само по себе пение. Был запрещен спорт и, конечно же, самое страшное – запуск воздушных змеев. Женщины были не изведены до статуса домашнего имущества. Было учреждено Министерство подавления греха и поощрения добродетели. Да, Джордж, именно так они его и назвали. Которое отыскивало нарушителей исламской морали в талибанском ее понимании. Все взрослое население было обязано посещать центральный стадион, на котором ежедневно кому-нибудь отрубали руки, голову или забивали камнями. Кстати, сами толком никем не признанные талибы стали единственным правительством, которое признало суверенитет Чеченской республики Ичкерия. Произошло это 16 января 2000 года. И формально, учитывая, что талибан снова вернулся к власти,
Это признание никто не отзывал. Но, впрочем, не буду дальше дискредитировать вполне вменяемых людей и уважаемых кабульских партнеров. В общем, в Афганистане было построено то, что так мечтал построить Бен Ладен у себя на родине и в остальных арабских странах. Так что в 96-м он с радостью вернулся на места своей боевой славы и был принят талибами с распростертыми объятиями. Чтобы закрепить дружбу, Усама пожертвовал талибану 50 миллионов долларов. Здесь Аль-Каида развернулась вовсю. Были построены как минимум 3 учебных лагеря. Поток курсантов которых позволил Бен Ладену, помимо террористической сети, начать готовить собственную армию – боевые отряды. В 97 году Аль-Каида сформировала свою военную структуру, которая получила название «Бригада 055». Для удобства управления она была разделена на 3 отряда, в зависимости от географического происхождения боевиков – Арабы, Средняя Азия и Юго-Восточная Азия. Основу среднеазиатского отряда составили боевики исламского движения Узбекистана во главе с Тахиром Юлдашевым. И это подразделение станет одним из участников нашего сегодняшнего дальнейшего повествования, к которому, как вы могли заметить, мы уже так плавно приближаемся. Всего бригада 055 насчитывала от 1,5 до 2 тысяч бойцов. По своей мотивации и подготовке они значительно превосходили более многочисленных талибов. Бен Ладен активно помогал Муле Омару вести войну против Масуда, и все бойцы Аль-Каиды прошли обкатку войны в Афганистане, приобретя очень важный опыт горной войны, который им вскоре пригодится против более серьезного противника. Ну и к 1998 году Бен Ладен смог, наконец, официально объединить разбросанные по миру террористические ячейки в единую организацию. 23 февраля 1998 в Пакистане была устроена пресс-конференция, на которой было объявлено о создании новой исламистской организации – Всемирный исламский фронт джихада против крестоносцев и иудеев. Эта организация объединила в себя исламистов 20 стран, имеющих 50 филиалов по всему миру, от Индонезии до Испании. В ее основу легли Аль-Каида Бен Ладена, египетский исламский джихад Аймана Аль-Завахири, Джамал Аль-Исламия, еще одна египетская исламская организация, и целый ряд организаций, включая даже бангладешских исламистов. Это была новая отправная точка в истории исламского фундаментализма. Была создана потенциально самая страшная и опасная террористическая конфедерация с тысячами опытных членов и оборотом в десятки миллионов долларов. Аль-Каида растворилась в этой организации, и хотя в дальнейшем все-таки будут ее дальше называть, формально теперь это был Всемирный исламский фронт джихада против крестоносцев и иудеев. Бен Ладен стал главой новой организации, Айман Аль-Завахири его заместителем. Однако событие это не попало на первые полосы, и даже спецслужбы ведущих стран не уделили должного внимания громкому заявлению кучки исламистов где-то в горах Пакистана, что они там кому-то угрожают. Исламисты по-прежнему рассматривались как локальные маргиналы, не представляющие масштабной угрозы. Но вскоре фронт заставил о себе говорить. Вспоминая опыт Хезболлы, фронт стал готовить и применять смертников. 7 августа 1998 года начиненный взрывчаткой грузовик под управлением смертника взорвался у посольства США в Кении. В результате взрыва погибли 213 человек, более 4000 получили ранения. Среди погибших были 12 американских дипломатов. Одновременно другой смертник попытался таранить здание посольства США в Танзании, но бомба сдетонировала ранее срока. Из-за этого крупных жертв удалось избежать, но все равно погибли 11 человек и 85 были ранены. Подрыв одновременно 2 посольств США не сходил с новостных мировых каналов, и американцы наконец-то уделили Усаме свое внимание. В один из августовских дней 98-го один из командиров группы подразделения специального назначения «Дельта», майор Питер Блейбер, как обычно пришел на службу в Форт Брэк в Северной Каролине. Командир Дельты вызвал Блейбера к себе, дал ему папку с разведсведениями и приказал проанализировать всю имеющуюся в ней информацию и составить варианты плана по захвату или ликвидации человека, которому была посвящена эта папка. Когда Блейбер открыл папку и стал знакомиться с материалом,
то увидел карту Афганистана, сведения об Аль-Каиде и фотографии Усама бен Ладена. Когда он погрузился в чтение, то ужаснулся. До этого самого момента офицер главного контртеррористического подразделения Америки понятия не имел о существовании бен Ладена и о том, что, оказывается, его организация уже 6-й год ведет террористическую войну против США. В 1998 году сам бен Ладен и Афганистан даже близко не являлись нашими стратегическими приоритетами. Американское правительство было озабочено Ираком, Боснией, Сербией и колумбийскими наркобаронами. Терроризм как угроза еще не был создан ни в глобальном контексте, ни с точки зрения его потенциальной возможности осуществить акции, вызывающие массовые человеческие жертвы, особенно в Соединенных Штатах. Существовала прямая связь между Аль-Каидой и нападениями на американские войска в Йемене и Сомали в 1992 и 1993 годах. В феврале 1998 года бен Ладен вместе с другими видными мусульманскими деятелями объявил о создании имеющего ныне печальную известность Всемирного фронта джихада против евреев и крестоносцев. Декларация оканчивалась фетвой, которая обязывала каждого мусульманина повиноваться Божьему приказу убивать американцев и завладевать их деньгами. Я был поражен тем, что раньше не знал эту информацию и ничего не слышал об Усаме бен Ладене. Нам нужно было что-то сделать с этим парнем. Блейбер разработал план, согласно которому бойцы Дельты приземлялись на ровной площадке Сухого озера, безлюдной афганской местности на тяжелом транспортном самолете «Геркулес». Затем из чрева самолета на нескольких внедорожниках спецназ направлялся на участок дороги, по которой, как они знали, периодически бен Ладен покидает свой дом и посещает тренировочные лагеря. Здесь Дельта занимала позицию для засады на удобном участке дороги и ждала бен Ладена. Офицеры Дельты были уверены, что операция будет успешной. Когда президент Билл Клинтон обсуждал данный план с Советом национальной безопасности, то увидел в этом много рисков, связанных с возможностью захвата или гибели на территории чужой страны кого-то из спецназовцев. Если бы это стало достоянием общественности, то грозило политическими проблемами. Из-за политических рисков Клинтон не решился утвердить план. Вместо этого было принято решение нанести по объектам Аль-Каиды массированный удар крылатыми ракетами «Томагавк». Однако разведка США уже почти 10 лет не занималась Афганистаном, и уж тем более Аль-Каидой. Не имея ни агентурной, ни войсковой, ни авиационной разведки, заброшенной горной местности, от которой до ближайшей американской военной базы было 1000 миль, приходилось полагаться только на спутниковые снимки и обрывочные сведения о том, где находятся лагеря и в какой они степени функционирования. 20 августа 1998 года 4 надводных корабля и 1 подводная лодка США выпустили по афганским лагерям 60 крылатых ракет «Томагавк». Еще 16 ракет было выпущено по расположенному в Судане химическому заводу, где, по данным разведки, Аль-Каида занималась разработкой оружия массового поражения. Все выпущенные по Афганистану ракеты поразили заброшенные постройки старых баз Аль-Каиды, не причинив никакого значимого ущерба. А ракеты, разрушившие завод в Судане, уничтожили фармацевтическую фабрику лекарств, на которой, как было установлено, не было никаких разработок Аль-Каиды. 76 крылатых ракет стоимостью 750 тысяч долларов каждая, то есть в совокупности 57 миллионов долларов, были выпущены в никуда, доказав в первый, но не в последний раз в военной истории, что использование крылатых ракет без разведывательного обеспечения, либо если это не является частью более сложной военной операции, с воздействием дополнительных средств поражения, является попросту неэффективным и зачастую экономически нецелесообразным оружием, которое очень и очень переоценено. Разумеется, администрации Клинтона отчитались о том, что все объекты успешно поражены, а террористы успешно уничтожены. Успокоив общественность быстрым и беспощадным ответом на теракты, больше Клинтон против Аль-Каиды ничего не предпринял в военном плане. А вот в дипломатическом США впервые попытались принудить Талибан выдать бен Ладена. Именно в 1998 году США ультимативно потребовали у Талибана выдачи бен Ладена. Действовали они через своих партнеров Пакистан и Саудовскую Аравию.
немногие страны, признавшие режим талибов и имеющие с ним контакты. Пакистанцы и саудовцы предложили Муле Омару избавиться от Бен Ладена, взамен улучшив свои отношения с миром, возможно, даже добившись международного признания. Как и ранее суданцы, Мула Омар был поставлен в неловкую ситуацию. О выдаче Бен Ладена речи идти не могло. Для режима Талибана, основанного на идеологии радикального исламизма, предательство одного из самых заслуженных исламистов на планете грозило непредсказуемыми последствиями, вплоть до свержения Мулы Омара или банальной местью со стороны Аль-Каиды. С другой стороны, не хотелось терять связи с единственными мусульманскими странами, поддержавшими Талибан. Поэтому Мула Омар выбрал компромиссный вариант, объявив, что если Бен Ладен виновен в терактах, то как проживающий на территории Афганистана он обязан предстать перед афганским, шариатским судом. Талибы запросили все материалы расследования и провели над Бен Ладеном свой суд. 20 ноября 1998 года суд талибов признал Бен Ладена невиновным. Конечно, это все было издевкой и над США, и над Пакистаном, Саудовской Аравией. Саудовцы в ответ тут же приостановили дипломатические отношения с Талибаном, а пакистанцы уже тогда предупредили, что если у талибов будут серьезные проблемы с Америкой из-за Бен Ладена, они им помочь не смогут. Вот у нас популярно до сих пор мнение, что Америка так сильно хотела залезть в стратегически важный Афганистан, так сильно, что даже теракты 11 сентября сама организовала, лишь бы прийти в этот заветный, манящий Афганистан. Если бы это было так, то интервенция США в Афганистан случилась бы еще в 1998 году. Были все поводы, а ситуация ничем не отличалась от 2001 года. Бен Ладен устроил теракты, погибли американцы, США требуют талибов выдать Бен Ладена, талибы их посылают. Но ничего не произошло. Клинтон просто забил дальше и на талибов, и на Бен Ладена. Почему? Ну, потому что 98 год во внешней политике США – это два приоритета – Балканы и Ирак. Вот что действительно интересовало американцев. 24 сентября 98 года НАТО уже предъявило ультиматум Югославии прекратить свою операцию в Косово. Сразу же после этого начались приготовления к войне против Югославии. А в ноябре 98-го, как раз тогда, когда талибы объявили, что Бен Ладен невиновен, США начали подготовку к операции «Лис пустыни» – воздушной кампании против Ирака, которая была проведена в декабре. В ходе той операции, для сравнения, США за 72 часа выпустили по Ираку более 300 ракет «Томагавк», плюс еще 90 крылатых ракет воздушного базирования. Это не считая крупной группировки ВВС, нанесшей более 600 ракетно-бомбовых ударов. Так что заниматься Афганистаном в то время у США не было ни сил, ни желания. Ну и, откровенно говоря, начинать какую-то серьезную военную операцию в такой дыре, как Афганистан, из-за пары терактов где-то в Африке и на Ближнем Востоке, в которых погибли пару десятков американцев, не имело смысла с точки зрения политической целесообразности. Однако это понял и Усама. Стало понятно, что Саудовская Аравия – это не Ливан. Интересы США здесь слишком сильны, чтобы заставить их уйти из-за пары терактов против местных американских объектов. Именно поэтому в те осенние месяцы 98 года и было принято решение о проведении теракта в США. Это должен быть мега-теракт. Удар на территории противника должен был потрясти американское общество. На терактах 11 сентября стоит немного остановиться, так как один из главных аргументов любителей теории заговора является: «Ну не могли какие-то бородатые арабы из своей пустыни организовать и спланировать вот такие крупные и сложные теракты». Конечно, не могли. Они этого и не делали. Люди, организовавшие эти теракты, были куда более умными и образованными, чем наши любители теории о том, что это все ЦРУ подстроило. Человека, уму которого принадлежит как идея, так и планирование терактов 11 сентября, зовут Халид Шейх Мухаммед, который более известен под своим псевдонимом Аль-Маджид. Он родом из состоятельной кувейтской семьи, которая отправила его на обучение в США. Аль-Маджид в 1986 году закончил машиностроительный факультет Технологического университета в Северной Каролине.
как раз недалеко от форта Брэк, куда офицер Дельты Пит Блейбер ходил на службу. Как помним, в 80-е в Америке можно было свободно завербоваться на борьбу афганского народа против коммунистического ига. И поддавшись велению национально-освободительной борьбы, молодой выпускник отправился в Афганистан, где и попал в структуры Бен Ладена. Пройдя не только боевую, но и идеологическую подготовку в лагере Бен Ладена, Аль-Маджид стал ярым исламистом, войдя в то самое братство Бен Ладена, пройдя с ним бои и сохранив ему верность до настоящего дня. После Афгана Аль-Маджид отправился на Филиппины, где с местными исламистами повел свой джихад. Так как в университете Северной Каролины специализация Аль-Маджида была термодинамика и принципы работы авиадвигателей, он был одержим террором на самолетах. В 1995 году он со своим племянником Рамзи Юсуфом, тем самым, который в 1993 году пытался обрушить здание Всемирного торгового центра, подорвав его подземной стоянки бомбу, разрабатывали операцию по взрыву в воздухе сразу десятка самолетов американских авиалиний над Филиппинами. Филиппинская полиция смогла раскрыть план, и Рамзи Юсуф был арестован и отъехал на пожизненное в американскую тюрьму. А Аль-Маджид скрылся в Афганистане, присоединившись там к Бен Ладену. Тогда же, в 1996 году, Аль-Маджид впервые предложил Бен Ладену новый план. На этот раз он предлагал захватить самолеты в США, использовав пилотов-смертников, которые должны были направить самолеты на объекты вроде здания ЦРУ и ФБР. В 1996-м план Бен Ладену показался слишком сложным. Структура филиалов Аль-Каиды только создавалась, смертников еще не начали использовать, а все усилия тогда были направлены на атаки американских объектов в Саудовской Аравии, в надежде, что этого будет достаточно, чтобы американцы ушли. Но вот в конце 1998-го Бен Ладен снова вызвал к себе Маджуда и дал добро на реализацию его плана. Сперва хотели захватить сразу 10 самолетов и направить их на башни-близнецы, ЦРУ, ФБР, Пентагон, Капитолий и атомную станцию. Но быстро прикинули, что план слишком сложный и столько смертников и обученных пилотов у них не найдется. Поэтому сократили число самолетов до 4. При выборе целей, которые они должны были поразить, от атомной станции отказались, так как их проектировали с большим запасом прочности, который выдержит бомбардировку. Оставили башни-близнецы как символ американской экономической мощи, Пентагон и Капитолий. Осталось найти людей, готовых не только отдать свои жизни, но и долгое время проживавших в Европе или США, отлично говоривших по-английски, имевших образование и способность обучиться летному мастерству. К 1999 году у Аль-Каиды было несколько филиалов в Европе, и Маджид нашел таких людей в так называемой «гамбургской ячейке». Ячейка включала студентов из различных арабских стран, несколько лет проживавших и обучающихся в Гамбурге. Все они были завербованы здесь, в местной мечети. Все были прекрасно воспитаны, имели отличную репутацию и внешне и по образу жизни ничем не отличались от людей, которых вы видите каждый день вокруг себя. Маджид выбрал троих из них – египтянин Мухаммед Ата, ливанец Зиад Джарах и выходец из Объединенных Арабских Эмиратов Мурван Аль-Шейхи. Все владели как немецким, так и английским языком, прожили в Германии несколько лет, имели высшее образование, причем Зиад Джарах уже закончил Гамбургский университет гражданской авиации и был дипломированным пилотом. Все трое когда-то приехали учиться в Германию, не имея никакого понятия об исламизме. Старшим группы был назначен Мухаммед Атта. Выходец из семьи богатого египетского адвоката, он с детства испытывал очень сильное влияние своего жесткого отца. Именно отец заставил его поехать учиться в Европу. В Гамбурге Атта влюбился в девушку, но узнав об этом, отец заставил его прекратить отношения и не отвлекаться от учебы. Испытав моральное потрясение, Атта стал захаживать в мечеть. Ну а там опытные люди ловко переключили его на несправедливости в мире, которых он, оказывается, и не знал. Потом он несколько раз посетил по приглашению своих новых друзей Афганистан и стал исламистом. Подобная биография была и у остальных смертников. С мая по июнь 2000 года все трое в разные даты прилетели в разные города США. Перед этим они подали заявление об утере своих загранпаспортов, и им выдали новые, чистые паспорта.
Так они скрыли от пограничной службы США отметки о посещении Афганистана, которые могли вызвать вопросы. Все получили туристические визы США, сняли жилье, взяли машины на прокат и устроились в летные частные школы. Курс летной школы обошелся каждому в 40 тысяч долларов. У всех были открыты банковские счета, на которые через сеть подставных лиц в иностранных банках поступали деньги от Аль-Каиды. Отучившись на легкомоторных самолетах, они прошли курс на авиасимуляторах Боингов, которые им предстояло угнать. Это еще 1500 баксов. Никаких телефонных переговоров с кураторами не велось. Раз в несколько месяцев Атта прилетал в Мадрид, где встречался с посредником, который от Аль-Маджида передавал ему инструкции, а Атта докладывал о ходе подготовки. Четвертым угонщиком стал саудовец Хани Ханджур, который уже был пилотом, пройдя еще в 1996 году обучение в частной летной школе в Аризоне. Каждому из пилотов также должны были присоединиться по 4 смертника, которые должны были обеспечить захват самолета и контроль над пассажирами, выступая мускулами операции. Они прибыли в США позже, уже в течение 2001 года. Аль-Маджид не терял времени, и пока террористы 1.5 года жили в США, он организовал еще один теракт с использованием смертников. Йеменский порт Аден был одной из важнейших баз ВМС США на Аравийском полуострове и Персидском заливе. Уж неизвестно, вдохновлялся ли Маджид японскими кайтенами времен Второй мировой войны, но японский императорский флот мог бы им гордиться. 12 октября 2000 года два смертника на моторной лодке, нагруженные почти 300 кг взрывчатки, врезались в борт стоявшего на рейде Адена американского эсминца Коул. 17 американских моряков погибли, 38 были ранены. А Коул, получив пробоину диаметром 12 метров и крен на 40 градусов, выбыл из строя на 1.5 года. Его ремонт обошелся в 240 миллионов долларов. Клинтону до окончания его последнего срока оставалось пара месяцев. Никакой реакции, никакого ответа на это не последовало вообще. Что еще раз убедило Аль-Каиду, что только удар по самим США возымеет действие. Между тем, теракты в США, которые готовились почти 3 года, в последний момент чуть не были предотвращены. Живя 1.5 года в США, готовясь к смерти, при этом на протяжении всего этого времени посещая Макдональдс, выезжая на выходных к океану в Майами и прогуливаясь по торговым центрам, один из пилотов, Зиад Джарах, начал испытывать колебания насчет самоубийства. Однажды он даже психанул и улетел обратно в Германию. Стоило больших трудов уговорить его вернуться и исполнить свой долг шахида. Однако, так как доверия к нему не осталось, решили подстраховаться и обучить пилотированию еще одного смертника. Им стал уроженец Франции, закончивший Лондонский университет, Закариас Муссави. В августе 2001 года он устроился на 2-недельные летные курсы, но преподаватели заметили, что Муссави берет занятия только по пилотированию в воздухе, а взлет и посадку игнорирует. Это показалось им странным, и они сообщили об этом в полицию. И 16 августа 2001 года Муссави был задержан агентами ФБР, которые подозревали неладное, но пока смогли предъявить только обвинение по просроченной визе. Сознайся Муссави во всем, и терактов 11 сентября не было бы. И Бен Ладену опять пришлось бы ломать голову, как обратить на себя внимание Америки. Но Муссави, как истинно убежденный террорюга, ничего не сказал. Таким образом, в теракте приняли участие 19 из 20 готовящихся смертников. Было решено захватить самолеты с наиболее дальними рейсами, так как в таком случае баки будут полностью заправлены горючим, что увеличит ущерб. Также все рейсы обязательно должны были вылетать в одно время. Все понимали, что как только первый самолет упадет, по всей Америке запретят взлеты и отменят все рейсы. Наконец, утром 11 сентября самолет под управлением Мухаммеда Атта врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Самолет под управлением Маруана Аль-Шихи таранил южную башню. Хани Ханджар направил свой самолет на здание Пентагона. Лишь четвертый борт, который должен был захватить Зиад Джарах, тот самый, кто сомневался и колебался, не смог достичь своей цели – Капитолия, и упал на поле в Пенсильвании. Скорее всего, экипаж и пассажиры оказали упорное сопротивление и сорвали этот теракт.
Жертвами теракта стали 2977 человек, больше, чем при атаке на Пёрл-Харбор. То, какое это возымело воздействие на американское общество и американское государство, всем известно. Есть известные кадры, как новый президент США Джордж Буш сидит на каком-то мероприятии с детьми в школе. В этот момент к нему подходит советник и сообщает на ухо: «На Америку напали». Растерянный и потрясенный президент после этого 7 минут продолжал сидеть на мероприятии в окружении ничего не подозревающих детей и учителей и не знал, что ему делать. Это к вопросу о том, что Америка сама все подстроила. Кстати, все подробности теракта разобраны и известны очень подробно, в том числе и благодаря тому, что об этом сообщил сам Аль-Маджид. В 2003 году он был арестован в Пакистане и передан США. На допросах, ни капли не раскаявшись, Маджид с гордостью подробно рассказал, как он и его коллеги спланировали и осуществили атаку на ненавистную Америку. С этого дня про Аль-Каиду узнал весь мир. Аль-Каида стала врагом США, которого теперь нельзя было игнорировать. Угроза терроризма была осознана в полной мере. Но проблема заключалась в том, что и тогда Буш не хотел начинать целую военную операцию в далеком Афганистане из-за Бен Ладена. Это абсолютно не входило в планы руководства США, которое в то время уже приняло для себя политическое решение о вторжении в Ирак. Вот оккупация Ирака – это тот внешний приоритет, который администрация Буша поставила перед собой в его первый срок. Поэтому 21 сентября Буш потребовал от Талибана выдать всех террористов. Однако идеального, простого варианта не случилось. Талибы снова отказались. Стало ясно, чтобы добраться до Бен Ладена и разгромить всю его инфраструктуру, нужно, чтобы талибы подвинулись и утратили власть в Афганистане. Сделать это без военного вмешательства не удастся. Рассуждая, как это вмешательство минимизировать, в Пентагоне обратили внимание на афганскую оппозицию. Тот самый Северный Альянс, который удерживал небольшую территорию на севере страны и продолжал воевать с Талибаном. Можно опереться на них и с их помощью свергнуть талибов и уничтожить Аль-Каиду. Но как это провернуть, затратив минимум сил и средств? Для этого довольно давно была разработана целая военная доктрина, которую до этого США ни разу не применяли в ее полном виде. Название этой концепции – нетрадиционная война. Согласно официальному определению, нетрадиционная война состоит из действий, проводимых с целью дать возможность движению сопротивления или повстанческому движению принудить, дезорганизовать или свергнуть оккупирующую державу или правительство, действуя через подпольные, вспомогательные или партизанские силы или совместно с ними. Термин этот вошел в американскую военную мысль после знаменитой речи президента Кеннеди перед выпускниками Вестпойнта в 1962 году. Теперь мы знаем, что называть это ядерным веком или говорить, что наша безопасность зиждется только на доктрине массированного возмездия, совершенно ошибочно. Корея была не единственным полем битвы после окончания Второй мировой войны. Ядерное оружие не было выпущено. Массированный ядерный удар возмездия не был сочтен целесообразным. Это другой тип войны. Новый по своей интенсивности, древний по своим истокам. Война партизан, диверсантов, повстанцев, наемных убийц. Война из засады вместо боя, путем проникновения вместо агрессии. Стремление к победе путем разрушения и истощения противника, вместо того, чтобы вступать с ним в бой. Именно тогда, при Кеннеди, были развернуты подразделения американского армейского спецназа в современном его виде. Именно Кеннеди учредил им зеленый цвет берета, по которому их и стали так называть. Зеленые береты были созданы примерно в одно время и несли те же задачи, что и советский спецназ ГРУ. Эти части должны были развернуть партизанские действия в случае начала большой войны в Европе между НАТО и Варшавским блоком, либо вести контрпартизанские действия в зависимости от того, чья сторона продвинется в наступлении и займет территории. Также в контексте холодной войны эти части должны были поддерживать дружественные себе режимы в их контрпартизанской войне против повстанцев. Или наоборот, разжигать партизанскую войну с дружественными повстанцами против других режимов.
Но за годы Холодной войны Третья мировая так и не началась, и зеленым беретам, как и спецназу ГРУ, пришлось выполнять только контрпартизанские действия по поддержке дружественных режимов, как во Вьетнаме или Афганистане. А вот попартизанить самим так и не удалось. Несмотря на это, десятилетиями эта задача оставалась одной из основных для зеленых беретов. В этом важное отличие армейского спецназа от остальных знаменитых спецподразделений – дельты, рейнджеров или морских котиков, которые заточены на контртеррористические действия и прямые операции по захвату и уничтожению. Зеленые береты – это другая специфика. Это приехать в любой уголок мира, войти в доверие к местным босоногим повстанцам, организовать, обучить и поддержать их таким образом, чтобы они в итоге свергли правительство в данной стране. Причем зеленые береты могут действительно заехать в любой регион мира. Организация зеленых беретов представлена группами специального назначения. Группа – это самая крупная структурная единица, аналог бригады в российском спецназе. Каждая группа включает 4 батальона, каждый батальон включает 3 роты, а роты разбиты на так называемые команды «Альфа». Каждая команда А состоит из 12 человек. Вот это базовая единица, которой, как правило, оперируют зеленые береты. У США имеется 7 групп армейского спецназа, между которыми поделены зоны ответственности по всей планете. Это позволяет каждой группе специализироваться на своем регионе, изучать и знать его особенности, от географии до языка и местной культуры. Эту специфику деятельности зеленых беретов лучше всего охарактеризовал сам бывший зеленый берет полковник Уолтер Ланг в книге Джереми Скейхела «Грязные войны». Ланг вспоминал: «Основной задачей зеленых беретов была подготовка туземных, обычно иррегулярных формирований к стычкам с регулярными войсками или повстанцами и руководство подобными операциями. Это их работа, и поэтому они настроены жить в гармонии с иностранцами. Им нравится сидеть вокруг общего котла, доставая оттуда правой рукой куски жилистого мяса старого козла. Слушать чью-нибудь бабку, вспоминающую всякую чепуху о прародителях племени. Это им нравится». Ланг сравнивал зеленых беретов с вооруженными антропологами. И вот министр обороны США Дональд Рамсфельд решил, что наконец нашлась работа для вооруженных антропологов. Зеленые береты казались идеальным вариантом небольшими силами направить войска Северного Альянса на свержение режима Талибана. Выбор пал на 5-ю группу спецназа, зоны ответственности которой были арабо-мусульманские страны Северной Африки и Ближнего Востока, и которые лучше всего подходили для нахождения общего языка с афганскими мусульманами. Кроме того, нужно отметить, что 5-я группа в США считается не только наиболее заслуженной и самой награжденной, но и самой знаменитой и медийно раскрученной. Группа имеет богатую боевую историю со времен Вьетнама, и именно она была показана в фильме 1968 года «Зеленые береты» с тогдашней суперзвездой Голливуда Джоном Уэйном. Джон Уэйн тогда сыграл крутого полковника зеленых беретов. Сам фильм, снятый в разгар Вьетнамской войны, был низкосортной патриотической агиткой для молодых американцев, чтобы не шли в призывные пункты, так как желающих декоммунизировать Вьетнам крайне не хватало. Именно отсылка к фальшивой крутости актера Джона Уэйна лежала в основе подкола рядовым шутником сержанта Хартмана в знаменитой сцене фильма «Цельнометаллическая оболочка». «Как тебя зовут, подонок?» «Сэр, рядовой Браун, сэр!» «Херня, с этого момента ты рядовой Снежок. Нравится это имя?» «Сэр, так точно, сэр!» «Ну так кое-что тебе тут не понравится, рядовой Снежок. В моей столовой не подают жареных цыплят и арбузы ежедневно». «Сэр, так точно, сэр!» «Это ты, Джон Уэйн? Это я?» «Кто это сказал?» Но 5-я группа спецназа отметилась не только в говнофильмах. Персонаж полковника Курца в фильме «Апокалипсис сегодня» по сюжету проходил службу именно в 5-й группе. Ну и Джон Рэмбо, как его командир полковник Сэм Траутман, по сюжету также были бывшими зелеными беретами 5-й группы. На берете Траутмана создатели фильма поместили пасхалку в виде эмблемы группы. Но прежде ЦРУ предстояло вернуться в Афганистан и восстановить свои отношения с афганской оппозицией Талибану,
Ахмад Шах Масуд был старым партнером США со времен войны 80-х и поддерживал с ними контакты в 90-х. Но Аль-Каида за два дня до терактов 11 сентября смогла убить Масуда. Его подорвали смертники, которые пришли к нему на прием под видом арабских журналистов. Тем самым Бен Ладен сделал огромное одолжение Талибану, укрепив свои позиции. После такого талибы никак не могли от него публично отвернуться. Уже 26 сентября в Афганистан, в Панжерское ущелье, прибыла группа из 7 оперативников ЦРУ во главе с Гэри Шроином. В тот момент, пожалуй, наиболее опытным ЦРУшником по Афганистану, который стоял у истоков еще программы ЦРУ по поддержке маджахедов против советской армии. Задачей группы Шроина было установить контакт и наладить взаимодействие с вождями Альянса и подготовить почву для прибытия зеленых беретов и начала военной кампании. Опытный Шроин знал, с чего надо начать, и привез с собой чемодан с 3 миллионами долларов наличкой, которые он раздал командирам 7 главных группировок Северного Альянса. Затем ЦРУ подкинуло денег еще, и общая сумма, которую группа Шроина раздала союзным афганцам, превысила 10 миллионов долларов. И все же эти суммы были куда меньше, чем стоимость одного единственного залпа ракет «Томагавк», выпущенного в пустоту. Вот только в отличие от него, они помогли за 2 месяца поменять власть в Афганистане. Эти деньги позволили Альянсу не только укрепить свои отряды, но и самое главное – начать привлекать к себе новых сторонников, в том числе и покупая переход на свою сторону полевых командиров талибов. Шроин отлично разбирался в культуре Афганистана, где покупка верности является частью игры и не воспринимается как предательство. С конца 80-х, когда роль Советов на полях битвы Афганистана начала значительно снижаться, главным и решающим фактором в исходе любого сражения был переход отдельных полевых командиров на другую сторону в критический момент битвы. Лишенные воли, сломленные, они были склонны сократить свои потери и заключить сделку с силами противника. Талибан, щедро финансируемый Пакистаном и арабскими фундаменталистами, такими как Бен Ладен, мог оплатить большинство своих побед. Эти измены не несли никакого позора. Преданность легко менялась, и измена обычно рассматривалась как лучший выход из плохой ситуации. Вторым фактором успеха была обязательная демонстрация силы и своего военного превосходства. Официально операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября 2001 года с первым авиаударом по объектам Талибана. Но первые 2 недели удары были немногочисленные и неточные. Причин в этом было 2. США не сразу собрали необходимую воздушную группировку. Ведь бомбить нужно было страну, которая находилась в другом полушарии планеты. В приграничных с Афганистаном странах американских баз не было. Для этого помимо стратегических бомбардировщиков Б-52, Б-1 и Б-2, которые летали прямо с баз, расположенных в США и на Тихом океане, были подтянуты 4 авианосца. А затем и тактическая авиация в виде самолетов F-15 и F-16 с базы, расположенной в Кувейте. Так что к концу октября огромная машина ВВС США заработала на полную мощь. Ну и вторая причина в виде недостатка разведданных для поражения целей также была решена к концу октября. Для этого к отрядам Северного Альянса наконец перебросили вертолетами с американской базы, расположенной в Узбекистане, первые подразделения 5-й группы зеленых беретов. Они действовали исключительно командами Альфа по 12 человек. На карте они отмечены английскими аббревиатурами ОДА. Всего на север были введены 7 команд ОДА. По одной каждой группировке Северного Альянса. Помимо типичных задач по консультированию и всяческой поддержке местных афганцев, зеленые береты в первую очередь сосредоточились на цели указаний для ВВС. Для этого в команды придали дополнительно по 2 боевых диспетчера ВВС. Боевые диспетчеры в США – это нечто большее, чем просто должность авианаводчика, как это может нам показаться. Это в прямом смысле отдельный спецназ в составе ВВС. И чтобы попасть в этот спецназ, нужно пройти отдельный такой же длительный курс отбора и подготовки, как и в любой другой спецназ. Начинается этот путь на военной базе в Сан-Антонио в Техасе, где кандидаты проходят курс отбора длительностью 8,5 недель,
ходе которого сдают физические нормативы, тест на выносливость и психологическую устойчивость, плавание и прыжки с парашютом. 30% кандидатов на данном этапе отсеиваются. Тех, кто прошел отбор, перебрасывают на базу ВВС Fairchild, где они проходят трехнедельную программу выживания в диких условиях. И только после этого они приступают к курсу обучения основам оператора боевого управления на базе ВВС Кеслер в Миссисипи, где изучают виды воздушных судов и их характеристики, аэронавигационные средства, погоду, управление движением в аэропорту, службу помощи в полете, процедуры связи, контроль обычного захода на посадку, процедуры радиолокации, правила воздушного движения. Этот курс длится 15 с половиной недель. После этого кандидатов ждет новое путешествие на базу Pope Field в Северной Каролине. Там они 30 недель получают уже непосредственно квалификацию боевого диспетчера специальной тактики. Только после его завершения кандидат становится боевым диспетчером и может быть допущен к выполнению боевых задач. Всего на подготовку этих спецов уходит около 2 лет. Зачисляются они в эскадрилье специальной тактики в составе ВВС. Их принадлежность к командованию специальных операций ВВС очень важна, так как когда диспетчеров передают другим спецподразделениям в ходе боевых действий, это устраняет старую проблему связи взаимодействия между наземными частями и авиацией. Наличие в составе подразделения боевого диспетчера от ВВС означает, что можно быть спокойным с организацией в любой момент быстрой поддержки с воздуха. А поскольку авиакорректировка – дело очень сложное, квалификация специализированных диспетчеров на порядок повышает уровень эффективности этой поддержки. Приданные командам зеленых беретов диспетчеры ВВС привезли с собой еще одно техническое ноу-хау, которое впервые было задействовано в боях в 2001 году. Вот эта штука, может, и не выглядит как суперпрорывная технология от Роснано, но перевела дело корректировки авиаударов на новый уровень. Это лазерный целеуказатель сил специальных операций, SOFLAM по английской аббревиатуре. SOFLAM может помечать цель невидимым для человеческого глаза лазером. Этот лазер видит пилот самолета, который по лазерному наведению наносит удар по подсвеченной цели. Однако помимо этого, SOFLAM может системами GPS генерировать координаты для высокоточных управляемых боеприпасов, которые также наводятся по координатам GPS. И у ВВС США тогда уже были такие управляемые боеприпасы. Во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году процент у примененных тогда американцами высокоточных авиационных боеприпасов могла бы позавидовать российская армия образца 2022 года. Но американцев в 1991 году этот процент и эффективность все равно не устраивали. В поисках улучшения как количества, так и качества, компания Boeing предложила вариант GPS-наведения, которым можно оснастить обычные авиационные неуправляемые бомбы, которых были сотни тысяч на складах. Модернизация включала в себя комплект GPS-наведения и хвостовое оперение, устанавливаемые на обычные бомбы. И в итоге получился высокоточный, массовый и дешевый управляемый боеприпас, который применялся по принципу «сбросил и забыл». Причем за счет оперения дальность применения составила до 28 км, позволяя не входить в зону поражения ПВО условного противника. Комплект был принят на вооружение в 1997 году. Его стоимость составила менее 30 тысяч долларов, то есть в 25 раз ниже стоимости одной ракеты «Томагавк». Эти «умные бомбы», как их стали называть, стали массово насыщать арсенал ВВС, вытесняя обычные бомбы. Дебютом «умных бомб» стала Югославия в 1999 году. А в 2001 процент умных бомб в номенклатуре вооружения ВВС составлял уже ровно половину от общего числа. Все это делало небольшие группы американского спецназа, высадившиеся в афганских горах в конце октября 2001-го, силой, способной изменить ход афганской гражданской войны. Спецназовцы сразу приступили к исследованию со своими системами SOFLAM линии фронта и фиксации координат позиций талибов. Наличие в каждой команде двух диспетчеров позволяло разделять команды на смены – ночную и дневную, в каждой из которых был диспетчер, что позволило начать кампанию по круглосуточным авиаударам по Талибану.
Все опорные пункты, позиции немногочисленной артиллерии и бронетехники, склады талибов оказались уничтожены точными ударами буквально в течение 10 дней. Для ударов по крупным скоплениям живой силы, которые выявляли зеленые береты, наводились самые мощные на тот момент неядерные боеприпасы в мире. Бомбы БЛУ-82 длиной почти 6 метров и массой около 7 тонн, из которых 5700 килограмм – это масса боевой части. Применение двух таких бомб под Мазари-Шарифом 10 ноября привело к падению города. Это стало первым крупным успехом Северного Альянса, войска которого при такой поддержке с американскими спецназовцами в своих рядах перешли в наступление. По мере разрушительных ударов, начавшегося наступления и долларов, которые предлагали местным командирам на местах, оборона Талибана на всем севере страны стала рушиться. 14 ноября талибы оставили Кабул. Весь Северный Афганистан перешел под контроль Северного Альянса. Однако, чтобы взять под контроль и Южный Афганистан вместе с Кандагаром, столицей талибов, откуда и зародилось это движение, необходимо было опереться на местных пуштунов. Здесь американцы сделали ставку на Хамида Карзая, лидера знатного пуштунского племени, отца которого убили талибы и который находился к ним в жесткой оппозиции. Карзаю и его соратникам также придали три команды зеленых беретов, и они начали свое восстание на юге. Недовольство многих племен тем режимом, который установили талибы за последние 5 лет, миллионы долларов наличкой и вести о падении власти талибов на севере подсказали многим пуштунским лидерам, что по ходу власть опять меняется, и нужно вовремя успеть в очередной раз переметнуться к победителю. Карзаю удалось поднять против талибов местных пуштунов, и под прикрытием американских бомб, которые стальной метлой расчищали им путь, 7 декабря, ровно через 2 месяца после начала операции «Несокрушимая свобода», Кандагар был взят. Талибан пал, и теперь талибы перешли в статус повстанческого движения. США сумели провести успешную нетрадиционную войну и с помощью 200 спецназовцев и авиации довольно быстро поменять режим в Афганистане. Не потребовалось никакого ввода общевойсковых частей. Стоит отметить, что зеленые береты при всем этом не понесли ни одной боевой безвозвратной потери. По мере приближения падения режима талибов, война приближалась к убежищу Бен Ладена, расположенном около Джалалабада, недалеко от границы с Пакистаном. Стоит отметить, что вся инфраструктура Аль-Каиды изначально размещалась в горных провинциях восточного Афганистана и обязательно недалеко от перевалов, соединявших Афганистан и Пакистан. В 20-х числах ноября Бен Ладен покинул свой дом и направился в одну из своих горных баз, знаменитую Тора-Бора. Потом журналисты будут рисовать какое-то убежище в стиле злодея из фильмов о Джеймсе Бонде, с 5 подземными этажами, генераторами и офисными помещениями, изображая телезрителям эту самую Тору-Бору. На их картинке не хватает только самого нижнего этажа, в котором была подводная лодка в гигантском вырытом подземном канале, по которому Бен Ладен потом уплыл в Антарктиду. Конечно, пещерный комплекс Тора-Бора был куда более примитивен, но он был очень труднодоступен в первую очередь благодаря горному рельефу, а не футуристичным подземным сооружениям. В начале декабря американцы, получив достоверную информацию о том, что Бен Ладен находится здесь, начали операцию в Тора-Бора. К тому времени режим талибов пал и все крупные города были под контролем Северного Альянса. Американцы могли теперь развернуть в стране любое количество штурмовых подразделений быстрого реагирования, которые бы решили задачу по блокированию района Тора-Бора и нейтрализации Бен Ладена. Но командование США решило не менять тактику и провести операцию, опираясь на местных афганцев, усиленных одной командой зеленых беретов и небольшим количеством бойцов спецназа «Дельта». Тора-Бора на востоке напрямую примыкала к пакистанской границе. И была достигнута договоренность, что пакистанская армия заблокирует границу и террористы не смогут уйти. Ударной компонентой стала все так же авиация США, которая применила по Тора-Бора более 1000 умных бомб и 500 свободно падающих бомб. Однако афганцы уже получили власть в стране. Мотивации драться с Аль-Каидой за никому не нужный и ненаселенный горный комплекс ни у кого не было. И они тупо саботировали наступление, оставляя каждую ночь позиции, занятые днем.
не подкачали и пакистанцы, которые позволили, а по некоторым данным и активно помогли Бен Ладену и Аль-Завахири и нескольким сотням их боевиков уйти через границу в Пакистан. Представители сил специальных операций предлагали, указывая на недостаточную боеспособность афганцев и недоверие Пакистану, использовать для блокирования перевалов батальон 82-й воздушно-десантной дивизии, который является подразделением повышенной боевой готовности и мог в течение 2 дней развернуться для выполнения задачи. Но в этом было отказано, и США упустили единственный и самый верный шанс достать Бен Ладена в декабре 2001 года. Почему? Ответ нужно искать вот в этом человеке, генерале Томми Фрэнксе, который тогда командовал всеми войсками США в Афганистане. Фрэнкс занимал должность главы Центрального командования Вооруженных сил США. Тут нужно показать одну интересную карту мира. На этой карте любой из вас может отыскать свою страну, где бы вы ни жили. Вся планета на ней раскрашена разными цветами, но это не политическая карта мира. Эта карта всего лишь показывает, как главная демократия на планете за этой планетой любезно присматривает. Выделенные цвета – это зоны ответственности, официально закрепленные за территориальными командованиями вооруженных сил США. За каждую часть мира отвечает целое командование с командующим штабом и подчиненной инфраструктурой. Если в какой-то части мира нужно провести военную операцию, этим ведает соответствующее командование. Так вот, центральное командование, которым тогда командовал Томми Фрэнкс, на карте выделено желтым цветом. Как видим, здесь не только Афганистан, но и, например, Ирак. 11 сентября подкинуло Фрэнксу много непредвиденной головной боли по организации военной операции в Афганистане. И он был жестким противником увеличения военного присутствия в этой стране после свержения режима талибов. Потому что его штабу предстояло провести гигантскую работу по подготовке вторжения в Ирак. Вот на что предстояло вскоре направить все ресурсы. Посылать свои лучшие части в Афганистан, чтобы они там увязли, несли потери, отвлекали ресурсы центрального командования, никто не хотел. А свержение талибов позволило американскому руководству преподать это своей общественности как отмщение за 11 сентября. Афганистан сразу утратил интерес для политического и военного руководства страны, даже при живом Бен Ладене. Бен Ладена достали так не скоро, не из-за какой-то там очередной теории заговора, а потому что с 2002 года его всерьез не искали, вплоть до смены администрации Буша на Обаму. Разумеется, не все в американских вооруженных силах разделяли подобный пассивный взгляд своего командования на дальнейшую борьбу с Аль-Каидой. Особенно это касается бойцов Объединенного командования специальных операций, заточенных на контртеррористические операции и искренне желающих добраться до главного на тот момент врага Америки. Одним из таких людей был наш старый знакомый Пит Блейбер, который к 2002 году уже успел стать подполковником в составе отряда «Дельта». Блейбер прибыл в Афганистан по ротации в начале января 2002 года, сменив своих прежних коллег из «Дельты», покинувших страну с горьким чувством разочарования в том, что в Тора Бора им не доверили главной роли по поиску и уничтожению Бен Ладена. Блейбер помнил, как еще в 1998 году было отказано в операции по захвату Бен Ладена и был полон решимости сделать все возможное, чтобы найти и уничтожить всех террористов Аль-Каиды, которые еще остались в Афганистане. К тому времени, учитывая смену задач с нетрадиционной войны на поиск и уничтожение, в Афганистане были развернуты новые силы спецназа США. Это была сводная оперативная группа, костяк которой составили бойцы Объединенного командования специальных операций. Эта структура известна по своей английской аббревиатуре JSOC. JSOC – это контртеррористическое управление, которое объединяло на тот момент 3 основных подразделения спецназа – Дельту, 75-й полк рейнджеров и 6-ю команду морских котиков. Они были развернуты далеко не в полном составе. От полка рейнджеров была лишь одна рота, от дельтовцев и морских котиков по несколько десятков человек. Сводной оперативной группой, сформированной из них и кучей других приданных вспомогательных частей, командовал вот этот человек из рекламы зубной пасты – бригадный генерал ВВС Грегори Требан.
Требан стал руководителем оперативной группы спецназа лишь потому, что был на момент начала войны заместителем командующего Джейсок. А на ту должность, в свою очередь, Требан попал благодаря закулисным аппаратным играм и тому, что возглавлявший Джейсок в мирном еще 2000 году генерал Делли долгое время служил в ВВС и поставил своим замом своего друга-летчика. Требан всю жизнь летал на вертолетах и не имел никакого опыта и никакого отношения к наземным операциям сил специальных операций. До войны некомпетентность Требана как-то сглаживалась и не была столь заметна. Но в 2001 году произошло самое страшное событие для любого генерала, который оказался на занимаемой должности благодаря протекции друзей и интригам. Началась война. Вскоре среди офицеров Дельты и Рейнджеров стали появляться раздражения своим командирам, который просто не втыкал, как ему руководить своей группой в Афганистане. Требан, которого подчиненные уважительно прозвали Чубака, руководил этими подчиненными, находясь на базе в Омане, в 1500 километрах от Афганистана. В этой ситуации подполковник Блейбер, который в оперативной группе возглавлял лишь разведку по поиску цели для операции, негласно стал главным руководителем и ее мозгом непосредственно в Афганистане. Именно Блейбер впервые систематизировал стекающиеся разведсведения о последнем месте в стране, все еще контролируемом Аль-Каидой, долине Шахикот в провинции Пактия на границе с Пакистаном. Если Бен Ладен или кто-то из верхушки Аль-Каиды еще оставался в Афганистане, это могло быть только ущелье Шахикот. В Шахикот располагались 4 кишлака, и все они управлялись Аль-Каидой, которая построила здесь свое мини-государство. Шахикот стал теперь главной целью американцев и последней надеждой достать кого-то из лидеров Аль-Каиды. Чтобы на этот раз никто не ушел из ущелья в Пакистан, было очевидно, что операцию нужно проводить исключительно войсками США. А это значило, что нужно задействовать общевойсковые части, которые до сего момента так и не приняли еще участие в войне. Генерал Фрэнкс согласился задействовать в предстоящей операции общевойсковые части, уже расположенные в регионе, отказавшись при этом присылать в Афганистан кого-либо дополнительно. А в регионе, на базах, разбросанных от Узбекистана до Пакистана, в это время было аж целых 3 батальона из разных дивизий. Хотя нет, даже эти батальоны не были целыми. 2 из этих батальонов принадлежали к знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии. В 1968 году на фоне приобретенного опыта Вьетнамской войны дивизию сделали аэромобильной, то есть полностью пересадили на вертолеты. К 2001 году это было самое мощное десантно-штурмовое соединение в вооруженных силах США. При численности 16 тысяч человек личного состава дивизия имела 234 различных вертолета, которые позволяли одновременно перебросить в зону выполнения задачи 3000 бойцов вместе с собственными 105-миллиметровыми гаубицами и минометами. Гаубиц у дивизии имелось 54, а минометов 87 штук. Помимо собственной артиллерии, дивизия располагала собственными ударными вертолетами «Апач», которых имелось 72 машины. Все это позволяло дивизии самостоятельно проводить крупные аэромобильные операции под прикрытием своей артиллерии и авиации. Проведение классической вертолетной операции с внезапной высадкой тактических десантов на ключевых высотах и перевалах, как это не раз делали в этом самом ущелье советские войска, было самой подходящей задачей для 101-й воздушно-десантной дивизии. Однако дивизия была слишком ценным активом, чтобы посылать ее в Афганистан. Ее держали на случай войны с Ираком. Поэтому в конце 2001 года на ротацию в Афган отправили только 2 батальона, полностью без артиллерии и без вертолетов «Апач». Похожая история была с 10-й горной дивизией США. Ее части были разбросаны по всему миру, большая часть находилась в Косово, поэтому для Афганистана выделили лишь один батальон. Однако с ним прибыл штаб дивизии вместе с ее командиром, генерал-майором Хагенбеком. Вот эти 3 батальона, объединенные в одну оперативную группу, и должны были заняться уничтожением Аль-Каиды в Шахикоте. Поскольку командир и штаб 101-й дивизии остались в США,
Объединенное командование этими частями было возложено на генерала Хагенбека. Этих сил было недостаточно для предстоящей операции, поэтому пришлось снова положиться на местных ополченцев-афганцев. Ущелье Шахикот растянулось на 9 километров в длину, простираясь с запада на восток, и до 4 километров в ширину. Имелась одна подходящая дорога, по которой можно входить в ущелье с западной стороны. План предусматривал, что по этому направлению в ущелье начнут заходить отряды союзных афганцев, усиленные зелеными беретами. Одновременно на перевалах с восточной стороны, ведущих в Пакистан, будут высажены вертолетные десанты войск США, которые их займут и перекроют все пути отхода. Предполагалось, что как и ранее в Тора-Бора, как только союзные афганцы начнут наступление на ущелье, противник сразу бросится отступать через перевалы на восток, в Пакистан, где и нарвется на американских десантников. Ущелье превратится в ловушку, и все боевики в нем будут уничтожены или захвачены. В лучшем случае была надежда достать самого Бен Ладена. В худшем, по крайней мере, Аль-Каида лишится основных своих бойцов и своего последнего оплота в Афганистане и утратит свой военный потенциал. Вероятность оказания противникам упорного сопротивления, вместо того, чтобы сразу броситься на утек в Пакистан, планировщиками операции не рассматривалась. Наоборот, все боялись как-то выдать свои планы и спугнуть боевиков раньше времени. Это даже оказывало влияние на разведку района. Например, обладая неограниченными возможностями воздушной разведки, пролеты над ущельем самолетов были ограничены теми соображениями, что выдадут противнику свои намерения скоро начать здесь операцию. Основную разведку вели беспилотниками «Хищник» и спутниковой группировкой. Однако люди, которые находились в ущелье, не собирались бежать при первом же появлении американцев. На протяжении многих недель они безустанно трудились, оборудуя позиции, копая землю, а главное, активно маскируясь. Большинство этих людей имело многолетний опыт ведения горной войны и отлично представляло тактику американцев. Они передвигались и действовали небольшими группами, никогда не собираясь в крупные отряды. Передвигались только ночью. Отступив сюда в начале декабря, после падения Талибана на большей части страны, эти бойцы бригады 055 Аль-Каиды собирались дать здесь решительный бой. Их было 440 человек. 175 афганцев, примкнувших к Аль-Каиде, 75 арабов и 190 боевиков из исламского движения Узбекистана. Афганцами командовал Сайфур Мансур, опытный полевой командир, который в этом ущелье воевал с советскими войсками. Узбеков возглавлял их лидер Тахир Юлдашев. Бен Ладена, Мулы Амара или Аль-Завахири в ущелье не было. Боевики в Шахикоте понимали, что главное преимущество их врага находится в воздухе, поэтому они тщательно маскировались. Многих удивляет, как группы боевиков сотни человек спокойно оперировали в горах где-нибудь в Чечне. Почему их просто вот так не взяли и не обнулили всех до единого ударами с многочисленных вертолетов и самолетов? Когда в труднодоступных горах люди, понимающие, что от этого зависит их жизнь, прилагают все усилия к тому, чтобы остаться незамеченными с воздуха, то их с воздуха, как ни странно, очень трудно заметить. И ущелье Шахикот в очередной раз показало, что это работает с любой армией мира и с любыми труднодоступными горами. Защищавшие Шахикот боевики не сомневались в обороне наиболее ожидаемого направления по главной дороге ущелья. Оно было пристрелено минометами, которые у них имелись. Они также предполагали, что американцы попробуют перекрыть ключевые высоты и перевалы вертолетными десантами. Поэтому на ключевых позициях, на направлении движения вертолетов с десантом, оборудовали позиции зенитных пулеметов ДШК. Все это было плодом обширного боевого опыта Сайфур Мансура, который все это уже видел в исполнении советской армии. Ни минометы, ни позиции ДШК не были обнаружены американской воздушной и спутниковой разведкой. В ущелье еще со времен советского присутствия находились 5 старых неисправных гаубиц Д-20. Так боевики замаскировали и их, чтобы не демаскировать себя и не привлекать внимания. Эти гаубицы не были вскрыты на протяжении всей операции и были обнаружены уже после занятия ущелья. В горах
против иррегулярных войск. Очень трудно эффективно использовать воздушную разведку. Как сказал офицер по взаимодействию с ВВС из штаба генерала Хагенбека, «Все это было бы замечательно, если бы мы искали советский мотострелковый полк или набор каких-нибудь других крупных целей. Но мы высматривали ДШК на склоне холма посреди Афганистана среди ночи. Это действительно похоже на попытку найти иголку в стоге сена». Боевики также соблюдали строгую радиодисциплину, и переговоры вели редко и исключительно с помощью кодовых слов, поэтому радиоразведка также не смогла выявить ничего полезного. Подготовка к операции началась в середине февраля и была назначена на 28 февраля, но по мере приближения этой даты не было главного ответа – сколько в долине боевиков и где они сосредоточены. Долина, в снимке которой из космоса каждый день всматривались американские офицеры, продолжала оставаться загадкой. Оценочные категории численности противника колебались от 200 до 1000 человек. Оставался еще один вид разведки – специальная разведка. Наиболее сложный, рискованный, но наиболее эффективный в любой войне в труднодоступной местности. У генерала Хагенбека не было подразделений, способных ее провести. Но именно такими подразделениями были спецназовцы из JSOC, которыми руководил подполковник Блейбер. Блейбер формально подчинялся не Хагенбеку, а собственному командованию специальных операций. В этом был свой плюс, потому что Хагенбек или любой другой обычный армейский генерал не мог взять и послать спецназовцев Блейбера на штурм Шахикота по принципу «Ну а чё, это ж спецназ, вот и пусть штурмуют». Но в данном случае Блейбер и сам был бы не прочь поменять своего командира, сидящего в 1500 километрах летчика по прозвищу Чубака, на пехотного генерала Хагенбека, с которым у Блейбера сложились хорошие рабочие отношения. Они установили между собой взаимодействие, и если Хагенбек руководил штурмом и блокированием Шахикота, то Блейбер должен был обеспечить операцию специальной разведкой. Десантники делают свою работу, а спецназ свою. Вариант заброски разведчиков к ущелью на вертолетах Блейбер сразу отмел. Это кратно повышало риск обнаружения группы еще при приближении к району. Оставался вариант проникнуть в ущелье пешком. Речь шла о долгом пешем переходе по горам на высотах от 2500 до 3000 метров в зимних афганских горах, который необходимо было провести в лимитированный промежуток одной ночи, чтобы с рассветом уже успеть занять замаскированные наблюдательные пункты в сердце вражеского ущелья. Даже для бойца спецназа, который когда-то прошел горную подготовку, это была непосильная задача, если последние несколько месяцев он такие марши не проделывал. Пит Блейбер любил говорить, один из ключевых факторов – это качественная подготовка. Провал подготовки – это подготовка к провалу. Блейбер отобрал для разведки наиболее подготовленных подчиненных, которые на протяжении недели перед выходом проходили акклиматизацию, делали выходы на рекогносцировку, тщательно изучили снимки предстоящего района выхода и составили маршрут движения. Выход планировался минимум на 3 суток. На каждого приходилось по 36 килограммов груза. Температуры ночью были до минус 10 градусов. В горах еще лежал снег местами по колено, поэтому пришлось тащить теплые вещи, палатку и спальные мешки. Поскольку главным приоритетом стали еда, вода, боеприпасы, многочисленные приборы наблюдения, рации и батареи к ним, то спальник брали один на группу, чтобы спать по очереди. На одежду нанесли афганские элементы, чтобы при встрече с кем-то в горах походить на боевиков. Выглядели бойцы примерно так, как этот дельтовец, запечатленный той же зимой, но в другой операции. С наступлением темноты 27 февраля три разведгруппы отправились в Шахикот. Одна группа из 5 человек состояла из морских котиков, две другие из 5 и 3 человек из дельтовцев. В 2 из 3 групп были приданные боевые диспетчеры ВВС. Самая маленькая группа была укомплектована наиболее подготовленными для горной разведки бойцами Дельты. Имеется их уникальное фото и известны их имена. Это Кевин Шорт и Боб Харриган. К подножию гор группы выдвигались на квадроциклах, специально модернизированных для разведки, с бесшумными глушителями и повышенной проходимостью. Никаких огней не включали. Все бойцы ехали в очках ночного видения.
Оставив транспорт в укрытии и накрыв его маскировочной сетью, дальше группы пошли пешком. К 5 утра они, преодолев по горам от 9 до 12 километров, заняли выбранные пункты для наблюдения за ущельем. И в этот момент одна из групп за 50 метров до своей точки вдруг обнаружила, что эта высота уже занята противником. Здесь стояла неприметная палатка с оборудованной печкой. Была обустроена позиция пулемета ДШК, ствол которого был заботливо зачехлен от попадания влаги. А рядом стоял боевик, гладко выбритый и в модных белых кроссовках Adidas. Это был узбек из исламского движения Узбекистана. Разведчики остались незамеченными противником. Они достали фотоаппарат и сфотографировали позицию, загрузив через USB фото на ноутбук, подключенный к спутнику. Они тут же отправили их Блейберу, который через несколько минут уже рассматривал фото вскрытой позиции. Отметив координаты позиции для последующего нанесения удара, разведчики отошли на другую позицию. С наступлением рассвета другим группам также открывались новые позиции ДШК, ни одна из которых не была ранее обнаружена с воздуха. Палатки были обустроены под склонами гор или в расщелинах, как вот это, например. Накрыты серым брезентом и сверху были неразличимы. Пулеметы ДШК стояли прямо на позициях, прикрывающих направление, по которым через сутки должны будут лететь вертолеты с десантниками. Теперь эти позиции вносились разведчиками в координационные сетки для нанесения ударов перед началом операции. Образцовый пример проведенной операции по специальной разведке. Но командир Блейбера, генерал Требан, был не рад услышать, что группы ушли в горы на рискованное задание. С точки зрения Требана, Блейбер превышал свои полномочия и брал на себя слишком многое, участвуя в операции «Анаконда». Так как цель его оперативной группы был поиск и уничтожение лидеров Аль-Каиды, становилось все более очевидным, что Бен Ладена в Шахикоте нет, то Требан не видел смысла помогать десантникам в их войсковой операции. Объяснить ему, что захват пленных в ущелье, в том числе такого уровня, как Тахир Юлдашев, мог привести к Бен Ладену и получению массы новой развединформации, было невозможно. Требан хотел снять Блейбера с должности, но до операции оставались сутки. Группы уже все равно находились в горах, а Блейбера поддерживал как генерал Хагенбек, так и стоявший за ним Томми Фрэнкс. Поэтому Требан решил для контроля, так сказать, за ситуацией, покинуть свой командный пункт в Омане и на время проведения операции прилетел в Баграм. Тем временем из-за начавшегося снегопада начало операции отложили на сутки, с 1 на 2 марта. Разведчикам Блейбера пришлось лишние сутки провести на обдуваемых ветром скалистых наблюдательных пунктах. Однако для зеленых беретов, которые должны были атаковать ущелье вместе с союзными афганцами, это было наоборот, лишним днем подготовки. Так как Карзаи, пришедшие к власти лидеры Северного Альянса, делили политическую власть, для операции в Шахикоте пришлось искать мелких полевых командиров из местных пуштунов. Таким стал вот этот местный атаман Зияладдин, местный противник талибов и их арабских друзей, который за доллары согласился вместе со своей ватагой поучаствовать в штурме Шахикота. Под его началом собралось около 400 бойцов. Зеленые береты с января занимались их подготовкой и организацией. Но к началу марта бойцы Зии, которые еще недавно были крестьянской полубандой, не представляли собой слаженный воинский коллектив. Чтобы укрепить боевой дух своих подопечных и управлять ими, два десятка зеленых беретов выдвинулись вместе с ними, возглавляя колонну на своих пикапах Toyota. Пикапы Toyota за последующие 20 лет стали визитной карточкой зеленых беретов во всех нетрадиционных войнах на Ближнем Востоке. За ними на переполненных грузовиках двигались афганцы. Поздним вечером 1 марта колонна выехала из города Гардес и отправилась к Шахикоту. Десантники тем временем закончили последние приготовления к вертолетной высадке. Операция, в которой были задействованы 1700 американских военнослужащих и 400 их афганских союзников, начиналась. Ей предстояло стать первой крупной битвой США со времен бури в пустыне и самым высокогорным сражением в американской военной истории. Но первые выстрелы операции «Анаконда» сделали находящиеся в ущелье бойцы спецназа. Ночью они атаковали выявленную ранее позицию с ДШК, убив троих из пяти находившихся в ней боевиков.
Затем они вызвали на позицию удар ночного самолета огневой поддержки «Спектр». Ганшипы являются одними из самых узнаваемых самолетов в мире. Тяжелый гигант, переделанный из транспортника, он представляет собой летающую артиллерийскую батарею, вооруженную знаменитыми миниганами, 40-миллиметровыми пушками «Бофорс» и 105-миллиметровой гаубицей. Этот самолет является низковысотным и медленным, поэтому, чтобы избежать поражения стингерами, которых американцы так опасались в Афганистане, помня, сколько в свое время их сюда поставили, «Спектры» использовались исключительно ночью. В 2023 году «Спектр» получил очередную порцию медийной славы от режиссера Гая Ричи, который показал данный самолет в действии в своем фильме «Переводчик». Огонь 105-миллиметровой гаубицы окончательно уничтожил позицию вместе со всеми боевиками. После этого «Спектр» уничтожил еще одну позицию, выявленную другой разведгруппой, и направился в район нанесения главного удара, туда, где двигались афганцы с зелеными беретами. И тут настало время для фразы, которую вы так давно ждете. С этого момента в операции «Анаконда» все перестало идти по плану. Али Баба и 40 разбойников, которых вели зеленые береты, с самого начала не выдержали дисциплину марша. Набившись в грузовики, как сельди в бочках, им предстояло всю ночь ехать к Шахикоту с выключенными фарами. Если американцы уже привыкли ездить в очках ночного видения, афганцы то и дело устраивали ДТП. Грузовики застревали, переворачивались. Афганцы с воплями и криками высыпали из машины, пересаживались на другие. Колонна, все больше походившая на передвижной цыганский табор, постоянно останавливалась. За ночь марша были потеряны 3 грузовика, и 3 афганцев уже отправили в госпиталь из-за травм в ДТП. Колонна начала выбиваться из графика движения. При приближении к Шахикоту вероятность встречи с противником возрастала, и командир «Зеленых беретов» вызвал самолет «Спектр» для отслеживания ситуации перед колонной. «Спектр», как любой хороший ночной самолет, обладал тепловизионными средствами наблюдения. Но в этот момент на борту самолета засбоила система навигации, которая стала выдавать неверные координаты. Думая, что он наблюдает за районом перед движением колонны, экипаж самолета обнаружил 4 машины и около 30 человек личного состава. Это были 2 пикапа зеленых беретов и 2 грузовика афганцев, которые незадолго до этого отделились от колонны, чтобы прикрыть ее фланг при движении. Экипаж сообщил беретам координаты обнаруженных машин, которые были неверными. Береты увидели, что по этим координатам их машин нет, и, посчитав, что это боевики выдвинулись им навстречу из Шахикота, запросили огонь по машинам. Для подобных ситуаций на пикапы зеленых беретов часто наклеивают полоски клейкой ленты, как это видно, например, на крыше пикапа на этом видео, или большие полотнища пурпурной ткани. Это и сейчас является способом избежать дружественного огня своих самолетов во время ночного боя. Эти полоски дают сильную характерную засветку в тепловизионном прицеле самолета. «Спектр» подсветил машины, но по неизвестной причине полос на машинах не увидел. Возможно, береты забыли их нанести. После этого последние сомнения у экипажа отпали, и они разрядили свою 105-миллиметровую гаубицу, поразив 4 машины. От полного уничтожения небольшую колонну спасло только то, что начинало светать, и «Спектр», отстрелявшись, повернул на базу. В ходе обстрела погибли 3 человека и 10 были ранены. Среди погибших был один зеленый берет, первый американец, потерянный в операции «Анаконда». Инцидент дружественного огня еще более чем на час остановил колонну. К этому времени уже перевалило за 5 часов утра, и начались запланированные авиаудары, после которых должен был начаться непосредственно штурм ущелья. Удар наносили бомбардировщик Б-1, бомбардировщик Б-52 и пара F-15, которые поразили умными бомбами 13 заранее выявленных целей. Однако в эти цели не вошли не обнаруженные на стадии планирования операции минометы боевиков. И как только колонна афганцев, подгоняемая зелеными беретами, снова тронулась ко входу в ущелье, на нее обрушились мины. Попав под минометный обстрел, афганцы окончательно потеряли боевой дух. И когда одна мина попала прямо в одного из афганцев, разорвав его в клочья и покалечив еще 3 у всех на глазах, они стали просто разбегаться в рассыпную. Никакие усилия остановить бегство не принесли результата. Афганцы дали дёру до самого исходного пункта.
Стало ясно, что на сегодня с попытками войти в Шахикот закончено. Но в это время десантники, которые должны были блокировать перевалы, уже летели в ущелье. Три тяжелых транспортных вертолета «Чинук», на борту каждого из которых было по 42 десантника 101-й дивизии, пролетели над разбитыми позициями с пулеметами ДШК и без противодействия высадили десант в долине. Спустя несколько минут столько же «Чинуков» высадили 120 солдат 10-й дивизии на своих зонах высадки. Первые несколько минут после высадки в воздухе висела абсолютная тишина. Боевикам потребовалось время, чтобы отреагировать на десант у себя на заднем дворе. Dragon 1-3 Bravo, this is Hard Rock 9-5, over. Чинуки улетели, и на их место вскоре прибыли апачи, которые должны были обеспечить прикрытие зон высадки. Изначально апачи, как и артиллерия, вообще не были направлены в Афганистан с батальонами 101-й дивизии. Но когда началась подготовка к Анаконде, Хагенбек запросил перебросить на время ее проведения хотя бы один батальон апачи, который состоит из 24 машин. В 101-й дивизии таких батальонов было 3, но командование согласилось усилить десантников только 6 апачами, 6 из 72 имевшихся. Накануне один «Апач» вышел из строя из-за технической неисправности, и утром 2 марта на поддержку десантников взлетели все 5 имевшихся машин. К тому времени боевики, быстро отразив атаку наступавших на ущелье афганских ополченцев, сосредоточили все силы на десантниках, в первую очередь, пытаясь изолировать зоны высадки и лишить их вертолетной поддержки. Они дали настоящий бой 5 апачам, используя только стрелковое оружие и гранатометы. Довольно быстро сразу 2 апача получили такие повреждения, что вышли из боя и вернулись на базу. Один из них получил уникальное повреждение. Какой-то гранатометчик умудрился попасть из РПГ-7 прямо в одну из подвешенных на крыле вертолета ракет Hellfire. Она взорвалась прямо под крылом. Взрывом были уничтожены еще 3 висевшие рядом ракеты. Борт «Апачи» обдало градом осколков, которые перебили ему все, что можно. Однако «Апач» действительно очень надежная машина, которую очень сложно сбить. Но повреждения были такими, что до конца операции их было не устранить. И в небе над Шахикотом остались 3 «Апача», которые весь день метались над ущельем, истратив 2 полных боекомплекта для поддержки десантников. А положение десантников с каждой минутой ухудшалось. Боевики вели плотный обстрел, а вскоре, разделавшись с союзными афганцами, по десантникам стали бить и минометы. Плотный огонь боевиков в небе заставил отказаться от высадки следующей волны десанта и приостановить до темноты все попытки посадить вертолеты в зонах высадки. Боевики с задачей изоляции зоны высадки в первый день справились. Десантники оказались в сложной ситуации. Количество раненых росло.
Из-за запрета вертолетной эвакуации до темноты, они тяжким грузом ложились на своих товарищей. Раненый в горах — это в некотором смысле тяжелее, чем убитый. Не хуже, а тяжелее. Так как эвакуация раненого и дальнейший уход за ним отвлекает сразу несколько человек и представляет тяжелое физическое испытание. Вскоре у десантников было 28 раненых, из которых четверо были тяжелыми и неходячими. Раненых сгруппировали на двух медицинских пунктах. Оказание им помощи, необходимость их защиты, лишило бойцов возможности к дальнейшему продвижению для занятия блокирующих позиций и сковало их действия. Однако в тот момент в этом и не было смысла. Учитывая, что главная атака, которая должна была спровоцировать боевиков на отход, провалилась, противник и не думал покидать ущелье. Наоборот, боевики стремились всеми силами уничтожить десант. В этих условиях главной задачей дня стала организация успешной обороны десантников. Шанс на успех операции еще оставался. Было решено ночью эвакуировать раненых, доставить пополнение, перегруппироваться и на следующий день все же продолжить занимать блокирующие позиции. В то время как зеленые береты снова организуют разбежавшихся афганцев и повторят атаку на Шахикот. И тогда враг будет зажат между молотом и наковальней и все-таки уничтожен. Стоит отметить, что ни один десантник в столь интенсивном бою не погиб. Спасали кевларовые шлемы и бронежилеты, надежно защищающие от стрелкового огня, который боевики вели с расстояния 400 метров, то есть фактически на пределе дальности прямого выстрела из автомата Калашникова. А с такого расстояния много врагов, отлично защищенных средствами индивидуальной защиты, не уничтожишь. Основные потери американцы понесли от минометного огня, причиняющего осколочные ранения. Ко второй половине дня баланс огневого преимущества сместился в пользу американцев. И здесь снова десантников выручили спецназовцы, оседлавшие ключевые высоты над ущельем. Наблюдая за боем как на ладони, Кевин Шорт и Боб Харриган вычислили минометные позиции боевиков и навели на них «Апачи», которые их подавили. Когда поредевшие «Апачи», опустошив боезапасы топлива, улетели на базу, спецназовцы стали наводить на противника в ущелье тактическую и бомбардировочную авиацию. Б-52 и F-16 в первый день операции сбросили на противника 177 управляемых и 54 неуправляемые бомбы. Это позволило десантникам продержаться до темноты, эвакуировать раненых, переместиться с наиболее опасных точек высадки и, доставив подкрепление, на следующий день приступить к продолжению операции в ущелье. Всеми успехами, которые имели место в первый день операции, американцы были обязаны 13 бойцам-разведчикам Пита Блейбера, которые, занимая свои ключевые точки, наводили авиацию по всей долине и выявляли противника. По итогам дня это было признано даже Томми Фрэнксом. Он лично позвонил генералу Требану и похвалил его за успешные действия его спецназовцев. Фрэнкс понятия не имел, что вообще-то вся идея с действиями спецназа была местной инициативой подполковника Блейбера, что генерал Требан вообще не принимал участия в подготовке и был вовсе против этих действий и даже хотел за них отстранить Блейбера. Теперь, когда сам глава центрального командования его поздравлял, Требан делал то, что такие генералы лучше всего умеют. Серьезным выражением лица и чувством выполненного долга говорил: «Спасибо, сэр. Рад стараться, сэр. Служу Америке, сэр. Это было чертовски трудно, но мы смогли, сэр». Это был звездный час генерала Требана. Но поскольку Требан понимал, что он к этому успеху отношения не имеет, продолжая испытывать к Блейберу неприязнь, которая теперь усилилась профессиональной ревностью, он решил, что настало лучшее время отстранить Блейбера от операции, заменить его и его людей другими бойцами и спокойно пожинать лавры наиболее успешного военачальника в операции «Анаконда». Он тут же связался с Блейбером, похвалил его за отличную работу и, сразу предположив, что бойцы, находящиеся в горах 3 дня, чертовски устали, предложил заменить их на спецназовцев из другой оперативной группы и передать Блейберу командование командиру этих спецназовцев, которых Требан скоро ему пришлет. Требан связался с Блейбером. «Эта группа должна быть выведена», — сказал он, пытаясь заставить это звучать так, словно вытаскивая 3 разведгруппы в разгар боя, каким-то образом оказывал им услугу.
«Мы должны выручить вас, ребята!» «Вы выдохлись», — сказал генерал. Блейбер вновь попытался урезонить Требена, но безрезультатно. По словам Блейбера, отправлять свежие подразделения другой оперативной группы, не дав им предварительно времени на подготовку к ситуации в Шахикоте, равносильно тому, чтобы спланировать парням провал. Для генерала Требена ситуация была куда проще. Надо просто заменить одних бойцов, сидящих на высотах и корректирующих авиацию, на других. И главное, надо торопиться, так как походу скоро всех боевиков перебьет и операция завершится. Уже через несколько часов на командный пункт Блейбера прибыли морские котики 6-й команды на замену бойцов Блейбера. Командиром прибывших, который должен был заменить Блейбера, был Вик Хайдер. Тут нужно пару слов сказать о 6-й команде. Эта команда принципиально отличается от иных 8 команд морских котиков. Если стать морским котиком может любой гражданский, который пройдет отбор и подпишет контракт, то в 6-ю команду нельзя попасть напрямую из гражданки. 6-я команда не подчиняется командованию спецназа ВМС. Она входит в JSOC. И стать бойцом 6-й команды может только действующий морской котик, пройдя снова отбор, более тщательный. 6-я команда вместе с Дельтой являются единственным спецназом США, куда могут попасть только действующие военнослужащие других спецподразделений. По сути, 6-я команда – это аналог Дельты в ВМС. Поэтому в небольшом сообществе 6-й команды сформировалась культура элитарности, закрытости и сплоченности. Ведь до 2001 года, чтобы стать командиром в 6-й команде, необходимо было пройти весь тяжелый путь с изнурительным отбором. Как уже говорилось, осознание факта, что твой командир когда-то, как и ты, также выплевывал легкие на марше и обливался потом и кровью во время отбора, создает особые узы в небольшом подразделении. Но в 2001 году, с началом многочисленных развертываний и эпохи войны с террором, на 6-ю команду легла невиданная еще в ее истории нагрузка. И для срочного пополнения и укомплектования личного состава для предстоящей командировки в Афганистан, в 6-ю команду взяли людей со стороны. В составе 6-й команды есть морская группа, отвечающая за управление катерами и иным морским транспортом. Ее служащие не относятся к боевым подразделениям и не проходят отбор. Вик Хайдер был офицером команды по управлению катерами и ни разу не спецназовцем. Но тогдашний командир 6-й команды Джозеф Кернан был выпускником престижной военно-морской академии и перевел Хайдера в спецназ, поскольку и тот был выпускником той же академии и имел широкие связи в высших эшелонах флота. Так, Вик Хайдер стал командиром группы спецназовцев, не пройдя отбор и не пользуясь доверием подчиненных. Но если командир толковый, он может завоевать уважение своих людей на деле. Но Вик Хайдер сразу по прибытии в Афганистан стал косячить. Сперва он решил самовольно отправиться в патруль на одной машине, не поставив об этом никого в известность. Проезжая местность, контролируемую одним из афганских племен, он не остановился на афганском блокпосту. Те открыли огонь, ранив одного из подчиненных Хайдера. Они были остановлены и захвачены в плен. Хайдеру повезло, что афганцы оказались дружественными, и вскоре удалось договориться об освобождении. Через несколько недель во время патрулирования Хайдер застрелил мирного афганского старика. Хайдер утверждал, что старик сделал движение, похожее на изготовку к броску гранаты, хотя некоторые его подчиненные, среди которых был морской котик по имени Нил Робертс, заявили, что Хайдер просто запаниковал и убил несчастного афганского деда в ситуации, которая не представляла никакой опасности. Однако Хайдера оправдали, все-таки выпускник престижной военно-морской академии. И вот такого командира прислали, чтобы заменить Пита Блейбера. Хайдер настаивал, что генерал Требен требует ввести его группы в ущелье уже этой ночью. Также он сказал, что хочет вывести одну из групп на новую вершину – Такур-Гар, которая была самой высокой в ущелье и которую американцы не занимали. Поняв, что пытаться переубедить бывшего пилота вертолета и бывшего катерника в том, что для такого выхода необходимо несколько дней подготовки, не удастся, Блейбер предложил использовать вертолет для доставки их групп на безопасную удаленную площадку в 1300 метрах от высоты Такур-Гар, а затем выйти на нее скрытным пешим маршем. На такой подъем уйдет не менее 4 часов, но в случае наличия на горе противника
что по предыдущему опыту было весьма вероятно. Они смогут его заблаговременно засечь. Хайдеру услышанное не понравилось. Трудный марш по ночным горам выглядел перспективой не очень. Морские котики задумались о том, чтобы избежать изнурительного подъема в гору, который повлечет за собой посадка на дальней безопасной площадке. В 22 часа Хайдер подошел к Блейберу и спросил, что он думает о том, чтобы высадить свою группу на вершине Такургар, а не на отдаленной площадке. Любой рейнджер или солдат сил спецназначения мог бы сказать Хайдеру, что он предлагает огромную тактическую ошибку. Это аксиома разведки. Разведгруппа никогда не должна высаживаться с вертолета непосредственно на наблюдательном пункте, поскольку это, по сути, предупреждает противника о ее местонахождении. Но Хайдеру это, по-видимому, не пришло в голову. Блейбер сказал ему, что не думает, что пилоты, выполняющие задачу, пойдут на это. Но Хайдер ответил, что жил рядом с пилотами в Баграме и полагает, что сможет убедить их. Так или иначе, Блейбер не мог ему приказывать, еще раз посоветовав Хайдеру не делать глупостей, пока еще оставаясь последние часы командиром сил спецназа в Шахикоте, он хотел потратить это время на организацию афганцев для их повторной атаки ущелья, которая была назначена на эту же ночь. Поэтому Блейбер убыл в расположение афганцев, собираясь лично находиться в их колонии в ходе новой атаки. Усилив зеленых беретов, которые в предыдущей атаке лишились одного убитым и двух ранеными. Как только Блейбер убыл, Хайдер фактически принял командование на себя. Он настроил для связи с генералом Требаном новую частоту, о которой не знал Блейбер, выключив его из обсуждения и принятия решений. Хайдер решил приземляться сразу на вершину. Он отправил туда группу из 7 человек под командованием Брита Слабински. Когда вертолет «Чинук» с морскими котиками завис над вершиной и стал снижаться, чтобы высадить группу, пилот успел увидеть следы на снегу. Он сразу понял, что это значит, но не успел он открыть рот, чтобы предупредить морских котиков, как борт вертолета поразила граната из РПГ. Вертолет, зависший на высоте 6 метров над землей, тряхнуло в сторону. Возможно, это спасло его от гибели, так как выпущенная спустя пару секунд вторая граната пролетела мимо. Однако из-за этого морской котик, который уже стоял у открытой рампы и готовился высадиться первым, выпал из вертолета. Это был старшина Нил Робертс, тот самый, кто безрезультатно давал показания о непрофессионализме Вика Хайдера. Робертс упал с высоты 6 метров прямо на свой ручной пулемет. Удар был такой, что пулемет погнулся, а Робертс повредил себе позвоночник. На вершине Такургар находился пост из 7 боевиков узбеков, которые оставались чуть ли не единственными, кого еще не затронули бои первого дня операции. Через несколько минут они добили лежащего Робертса выстрелом в голову, после чего один из боевиков попытался отрезать убитому голову, но не справившись, просто в итоге изувечил тело. На борту «Чинука» не сразу поняли, что Робертс выпал. Когда поврежденный «Чинук» смог улететь от места засады на несколько километров, и это обнаружилось, Брит Слабинский сразу сказал пилоту поворачивать обратно. Но вертолет уже не слушался управления, и поврежденная машина села на аварийную посадку прямо в долине, не дотянув до базы. Слабинский и его бойцы были одержимы скорейшим возвращением на гору, чтобы забрать Робертса. В современной военной истории добрая половина тактических поражений и провалов лежит в плоскости оказания срочной помощи кому-то, попавшему в беду. В 90% такие поспешные попытки помощи вели к гибели не только попавших в беду, но и самих спасителей. Действуя на эмоциях, искренне надеясь спасти своего товарища и не зная, что он уже мертв, группа Слабинский пересела на другой «Чинук» и не придумала ничего лучше, как снова лететь по тому же маршруту прямо на вершину. Боевики явно удивились, когда снова увидели одинокий «Чинук», летевший прямо к ним. Все прошло так быстро и неожиданно, что они даже не успели сбить вертушку, лишь от души изрешетив ее стрелковым огнем. На этот раз вертолет высадил бойцов и сразу же улетел. Он смог дотянуть до базы, но после осмотра стало понятно, что и он вышел из строя и нуждается в ремонте. Группа Слабинский, разбившись на 3 пары, сходу вступила в бой на вершине. Слабинский был в паре с Джоном Чепменом, приданном группе боевым диспетчером ВВС. В
ходе боя Чепмен продемонстрировал, что боевые диспетчеры не просто квалифицированные авианаводчики, но и самые полноценные обученные спецназовцы. Этот бой запечатлил круживший беспилотник. Видно, что, видимо, Чепмен первым увидел тело Робертса, лежащее возле замаскированного блиндажа. Однако в блиндаже было два боевика. Видно, как Чепмен в одиночку подбежал к блиндажу и расстрелял находившихся в нем боевиков, после чего занял блиндаж. В реконструкции этот эпизод выглядит так. Только после этого к нему присоединился Брит Слабинский и остальные бойцы. Однако сразу же со второго блиндажа, который они не заметили, был открыт плотный огонь, в том числе из расположенного в нем пулемета ПКМ. Чепмен получил две пули и упал на открытой местности около блиндажа. Морские котики, заняв первый блиндаж, вступили с боевиками в яростную перестрелку. Видно, как один из морских котиков ведет огонь, но получает пулю и сваливается в блиндаж. Вскоре тяжелое ранение получил еще один котик. Из шести человек теперь половина была выведена из строя. Находясь под огнем в такой ситуации, Брит Слабинский понял, что идея возвращаться вот таким образом за Робертсом, возможно, была не совсем продумана. И он решил отступить с горы, сбежав вниз по крутому склону. Позже он будет утверждать, что не мог приблизиться к Чепмену из-за плотного огня, но видел, что Чепмен не подает признаков жизни. В любом случае, морские котики отступили, не проверив Чепмена и оставив его на поле боя. Но Чепмен был жив. Вскоре он пришел в сознание, занял пустующий блиндаж и возобновил бой на вершине в одиночку. Камера беспилотника также зафиксировала, что отбиваясь более часа от боевиков, он убил еще одного из них, который бросился к нему в блиндаж. Он убил его в рукопашной схватке, забрал автомат и дальше вел огонь из Калашникова. Все эти подробности подвига, иначе это не назовешь, были обнародованы в 2016 году, когда технология распознавания пикселей смогла обработать эти кадры и точно идентифицировать Чепмена. Все эти годы Слабинский отрицал вероятность того, что Чепмен мог оказаться живым. Так вышло, что Слабинский, приняв решение во что бы то ни стало возвращаться за мертвым Робертсом, теперь бросил и обрек на смерть живого Чепмена. И обрек на инвалидность одного из раненых морских котиков, которому в итоге ампутируют ногу. Типичный итог бестолковой операции по спасению, когда никого не спасли и только увеличили потери. Но и это было еще не все. Теперь зажатый условно горы Такургар пятеро морских котиков, два из которых имели ранения ног и не могли передвигаться, сами превратились из спасителей в тех, кого теперь опять надо срочно спасать. Подполковник Блейбер узнал о произошедшем, когда уже двигался в составе афганской колонны к Шахикоту. Стало понятно, что назревает критическая ситуация, которая может развиться в нечто еще худшее. Пришлось отменить атаку на Шахикот и заняться организацией помощи морским котикам. Но все попытки Блейбера координировать взаимодействие по радиосети натолкнулись на противодействие генерала Требана, который уже взял управление на себя. Он приказал очистить эфир и не вмешиваться. Генерал поднял расположенный в Баграме свой резерв. Группу быстрого реагирования в виде вот этих ребят. Взвода рейнджеров 75-го полка под командованием капитана Нейта Селфа. Каким образом рейнджеры должны были выручить котиков, вы, наверное, уже догадались. Погрузиться на два транспортных чинука и отправиться на них прямиком на вершину Такургар. Потеряв от огня Чепмена троих человек, боевики тем временем по рации вызвали подмогу, и к ним подошли как минимум 19 их соотечественников из исламского движения Узбекистана. Они все еще вели бой засевшим в блиндаже Чепменом, когда увидели, что прямо на них летит третий за последние 4 часа одинокий чинук. «Генерал Грегори Требан, дай тебе Аллах крепкого здоровья и долгих лет жизни». Видимо, сказали бы в этот момент боевики, если бы знали имя командира своих противников. В этот самый момент, видимо, услышав приближающийся вертолет, Чепмен, понимая, что сейчас произойдет и пытаясь этому помешать, выскочил из блиндажа и попытался отвлечь боевиков, и был сразу же убит. Он погиб за 45 секунд до появления чинука с рейнджерами над горой. Рейнджеры капитана Селфа летели в вертушке более часа, и за все это время никто не смог довести до них внятно их задачу.
Они думали, что летят со спасательной миссией к сбитому вертолету. На этот раз узбеки не подвели генерала Требана. Первые же очереди убили бортового стрелка в Чинуке, а затем граната из РПГ попала прямо в двигатель. Двигатель взорвался, и вертолет камнем полетел вниз. Все, что смогли сделать летчики, это сбалансировать, чтобы он плюхнулся на землю ровно, и никто при этом не пострадал. Рампа вертолета опустилась, и рейнджеры бросились наружу. И здесь, как в известной сцене фильма «Спасти рядового Райана», в открытую рампу вертушки полетели пули. Первые два рейнджера были тут же убиты. Еще один был убит прямо в вертолете, не успев даже выскочить наружу. Еще несколько были ранены. Но бойцы смогли быстро преодолеть опасный сектор огня и веером рассредоточились у ближайшего склона и приняли бой. Второй чинук с рейнджерами не стал повторять ошибок первого. Им повезло связаться с одной из разведгрупп Пита Блейбера, которые со своей позиции отлично видели бой на Такургар. Разведчики смогли сориентировать экипаж вертолета туда, куда и следовало садиться в самом начале этой длинной ночи. На безопасной площадке в более чем километре от горы. Второй отряд рейнджеров высадился там без проблем и начал пешее восхождение, чтобы помочь своим товарищам. Капитан Селф, хоть и был ранен осколком гранаты в ногу, сумел организовать бой на вершине и прочно закрепиться, не потеряв в дальнейшем ни одного человека убитым. В его группе был также приданный из ВВС авианаводчик. Он смог навести на поддержку два самолета F-15. Из-за дистанции боя в 60 метров сбрасывать бомбы не рискнули. И самолеты точно пропахали позиции боевиков огнем своих 20-миллиметровых пушек. Помимо этого, все это время над горой кружил беспилотник «Хищник», вооруженный двумя ракетами Hellfire. Беспилотник принадлежал ЦРУ и был вооружен ракетами на случай, если вдруг в Шахикоте все-таки будет обнаружен Бен Ладен или кто-то из его крупных соратников. Но в этот раз, учитывая ситуацию, операторы дрона согласились поразить ракетами блиндаж, из которого велся огонь из ПКМ, досаждавший рейнджерам. И это стал первый в истории случай применения беспилотника для непосредственной огневой поддержки на поле боя. И он сразу доказал свою эффективность. Блиндаж был уничтожен. Вскоре к рейнджерам дошла их вторая группа. К тому времени совсем рассвело. Соединившись, под прикрытием авианосных самолетов F-14, аккуратно сбросивших умные бомбы на противника в непосредственной близости, рейнджеры захватили гору, уничтожив на ней всех боевиков и отбив их контратаку. Было 13 часов дня. Такургар был наконец взят. Группа капитана Селфа потеряла 4 погибшими и 12 ранеными. 2 раненых были тяжелыми. И Селф, сообщив, что гора под контролем, срочно запросил медицинскую эвакуацию. Но на этот раз генерал Требан, потеряв 3 вертолета подряд, испугался посылать еще один вертолет на Такургар, да еще и в дневное время. Он сообщил, что пришлет вертушки после наступления темноты. Никакие попытки капитана Селфа донести до командующего, что противника нет, его люди готовы обеспечить безопасность зоны высадки, а до вечера 2 раненых могут не дожить, не помогли. Вертолеты прибыли после 8 вечера. Пока их ждали, один из раненых около 6 часов вечера умер. Прибывшие вечером вертолеты забрали с горы всех, и мертвых, и раненых, и живых. Наблюдательный пункт на ней в итоге так и не оборудовали. Перед этим из-за невозможности эвакуации сбитый чинук взорвали. Его обломки, видимо, и сейчас остаются на том же самом месте. Неудача на Такургар дала боевикам еще одни сутки отсрочки от захлопывания мышеловки в ущелье. На этот раз они решили, что дали достойный бой, и теперь пора уходить в Пакистан. В ночь с 4 на 5 марта, пользуясь тем, что многие перевалы пока еще так и не были перекрыты, большая часть боевиков покинула ущелье и перебралась в Пакистан. После 4 марта прямых боестолкновений, равно как и потерь у американцев, уже не было. Остатки долины теперь утюжила авиация. Были привлечены Б-52, которые накрыли долину даже ковровыми бомбардировками, неуправляемыми бомбами, как в старые добрые вьетнамские времена. В
Выглядело все эффектно, но в эти дни все это в основном уходило уже в пустоту. Когда долина была оставлена, союзные афганцы смогли, наконец, войти в нее и занять все кишлаки. Вскоре командование сообщило об уверенной и безоговорочной победе в операции «Анаконда». Все цели достигнуты, а задачи выполнены. Успех этот, как и когда-то советские операции в Панжерском ущелье, никто не сможет назвать поражением. Но уверенной победы, конечно, не произошло. Сколько боевиков было уничтожено, точно неизвестно. Их действительно хорошо прорядили. Самые высокие оценки дают цифру порядка 200 убитых, что составило примерно половину от общего числа. Хотя, конечно, в официальной сводке Пентагон сообщил о 800 убитых боевиках. Тахир Юлдашев смог уйти в Пакистан. Он будет уничтожен только в 2009 году. Командир афганцев Сайфур Мансур также скрылся. Он был убит лишь в 2008 году. Генерал Грегори Требан получит повышение и возглавит Тихоокеанское командование специальных операций со штаб-квартиры на Гавайях, откуда и уйдет на заслуженную пенсию. Вик Хайдер будет награжден Серебряной звездой за свою роль в спасении морских котиков с Такургара, за бой, в котором он не участвовал. Он прослужит в 6-й команде до выхода на отдых по выслуге лет. Сейчас у него все хорошо. Он занимается бизнесом. Оценочная стоимость его компании составляет 500 миллионов долларов. Только после обнародования данных, подтверждающих подвиг брошенного Джона Чепмана, в 2018 году он был посмертно награжден медалью почета, высшей военной наградой США. Брит Слабинский в 2018 году, уже будучи в отставке и работая начальником полиции, также будет награжден медалью почета за свои действия на Такургар. В официальном представлении, при расписывании героизма Слабински и того, как он свел к минимуму потери личного состава, это цитата из наградного, нет ни одного слова о Джоне Чепмане. Питер Блейбер будет возглавлять действия Дельты при вторжении в Ирак год спустя. Во многом это обусловило успех спецназа в той кампании. Там произойдет очередной эпизод, когда Блейбер в очередной раз скажет «нет» на очередной дебильный приказ своего командования. Но это, как и вообще рассказ о Дельте и ее истории, которая у нас, мягко говоря, освещается не очень объективно, требует отдельного рассказа. Сумев спасти своих подчиненных, он не спас свою карьеру и вскоре ушел из армии. Высокие награды обошли его стороной. Боб Харриган, один из 13 разведчиков, проникших в ущелье и обеспечивших успешное начало операции, погиб в бою в Ираке в 2005 году. «Анаконда» занимает особое место в современной американской военной истории. Она остается единственной, где бок о бок воевали представители сразу всех спецподразделений США. Зеленые береты, морские котики, Дельта, рейнджеры и диспетчеры ВВС. Убитые были среди всех, кроме дельтовцев. Всего американцы потеряли 8 убитых и 46 раненых, но все убитые были спецназовцами. Операция, с одной стороны, показала образцы профессиональных и успешных действий, явила примеры настоящего героизма. Обстоятельства развивались так, что будь на их месте менее подготовленные и обученные подразделения, то потерь было бы куда больше. В то же время косяков было столько, что они требовали публичной огласки, гарантирующей их недопущение в будущем. А этого сделано не было. Видимо, пытаясь изобразить первую крупную военную операцию за 10 лет, при этом только открывающую американскую 20-летнюю эпоху войн и контртеррористических операций, было решено операцию сделать лакированным мифом о героизме и безусловном успехе. «Анаконда» превратилась в американскую шестую роту, каноническую, официальную, вызванную исключительно пропагандистскими и политическими причинами версию исторического события, которую не могут поколебать ни опубликованные спустя годы воспоминания ее участников, ни работы военных журналистов, ставящие под сомнение достоверность и объективность официальной версии. И последствия такой попытки поднять дух нации, скрывая неудобную правду, всегда ровно одно. Повторение таких ситуаций и новые потери, которых можно было избежать. На официальном уровне весь полезный опыт «Анаконды» был предан забвению. А неудачи преподнесены как образец действий. Совершать подвиги и гибнуть, не выполнив задачи. До боли знакомые постулаты, не так ли?
Все это и именно это стало главной причиной куда более масштабного и кровавого провала, который случится снова с морскими котиками и снова в Афганистане спустя 3 года. Та история станет куда более известной и медийной, но и мифологизирована она будет в разы сильнее, чем «Анаконда». Но это уже точно другая история.